Совершенно верно. Ведь что получается, дорогие друзья, для того, чтобы у тебя, у меня были деньги, да, нам нужно, чтобы эти деньги нам кто-то дал, верно? То есть, мы говорим вообще. Значит, сегодня у нас 11 мая 2020 года, 21 час, 30 минут. Татьяна Салмановна Мактус, этот день. Так что вот готовим себе такой ужин. Ужин как в Париже. Вот такие вот дела. Картошечку. Сейчас я вареную картошечку жарю с яйцом. Так что вот сейчас буду кушать. Смотрю семинар, видеосеминар Натальи Правдиной, который был в прямом эфире. Так что вот, я не все видео посмотрела. Так что вот такие вот дела. Сейчас я загрузила часть видео с канала Ютуба. Так что вот. Вот такие вот дела. Такая просто красотка, просто под ней просто фея. Нужно еще, сейчас я покрашу еще чесночка. Сейчас еще покрашу чесночка, здесь у меня уже картошечка жарится. Вот такие вот дела. Поэтому, дорогие друзья, но нам очень важно понимать такой момент, что эти деньги нам кто-то дает, нам кто-то оплачивает эти деньги за что-то. Да? И вот сейчас я вам хочу тоже озвучить одну очень важную истину, которую у нас обучил один из моих великих учителей, которому я училась в Америке, финансовой грамотности. Он сказал следующее. Да, очень важно, что любишь делать ты, но ты должен делать то, что нужно людям. И тогда ты будешь богат, и даже сказочно богат. Друзья мои. То, что нужно другим людям. Понимаете, я вам говорю, other people's money, то есть деньги других людей. И вот когда ты начинаешь делать то, что нужно другим людям, хоп, происходит вот эта такая сцепка, происходит чудо. Потому что люди начинают платить тебе деньги за то, что ты им делаешь то, что им нужно. И на сегодняшний день, когда у нас... по всему миру, да, только начался кризис, по мнению очень многих аналитиков. Вообще пожарила себе картошечку вареную с куриным яйцом, так что вот, и такие вот дела. Действительно становится во главу угла. И поэтому, дорогие друзья, слушайте меня очень внимательно. Я уже получила на шапке, когда я в первых вот этих своих вебинарах, выступлениях говорила о том, что ребята, осваивайте много смежных профессий. Где кто-то там писал, там высшее образование, и там быть там, я не знаю, брикмахером, или там стричь собак, или быть курьером. Вы понимаете, в чем дело? Никогда не говори никогда. Все то, что ты можешь сделать, и от этого люди получают пользу, они будут платить тебе деньги. Поэтому вот я вам рекомендую после сегодняшнего эфира просто вот сесть, особенно это касается тех, кто потерял работу. Мне уже пишут огромное количество людей, потеряли работу, остановилась лист выплаты и так далее. Вот прямо сейчас, после нашего эфира, сядьте и выпишите себе список людей, ваших контактов. Боже, сколько времени вы проводите в соцсетях? Как дела? Просто напишите. Вы, может быть, вы нуждаетесь в каких-то услугах, может быть, человеку что-то нужно. И вы знаете, вы увидите, что люди... В общем, мой паспорт, российский действующий паспорт. Номер 4018-109-216, выдан ГУМВД России по городу Санкт-Петербургу Ленинградской области. 07.08.2018 года, код подразделения 780-041. Зарегистрирован в этой самой квартире, комендантский 32192 с 1990 года по настоящее время. Так что вот, квартиру я мою продаю за 5 миллионов 800 тысяч рублей.
Вот такие вот дела. Сегодня я засняла вот два видео, два трехчасовых видео. Так что вот, с Василием Вариановичем разговаривала. С Василием Вариановичем разговаривала по телефону. А также Рома мне звонил, так что вот. Рома Ромашенко. В общем, Дима Егоров мне ответил, что я ему написала по поводу Белоострова, что мне нужно туда ехать. Так что вот, я сейчас чесночок, в общем, здесь так размешаю, что мне нужно в Белоостров ехать. В общем, внутренний замка там менять. Так что вот, Дима мне ответил, что, ну, говорит, поговорите с соседом, с Антоном. Так что, в принципе, это хорошая идея. Так что вот. Немножко виноградного уксуса. Вообще даже не знаю. Будем смотреть Наталью Правдину этот вебинар. Или, знаете, я перед этим загружала это видео. На самом деле, лайфстайл султана Брунея, принца Хамдана. Так что вот. Принца Салмана Ал-Сауда. Так что вот. Сына короля Саудовской Аравии. Посмотрев на эти золотые унитазы и вообще на все вот это вот великолепие машин, количество машин, которые коллекционирует султан Брунея, меня просто удивили. Я так поняла, что он любит красный цвет, машины красного цвета. У него там красные и золотые. Но количество машин, конечно, удивило меня. Я, честно говоря, первый раз посмотрела. Так вот. Просто я собираюсь загружать эти видео, которые засняла сегодня. Так что вот. Ну, в общем, вдохновляюсь, смотрю. Так что вот. Вообще, лайфстайл. Так что вот, Мактумов, лайфстайл Мактумов вообще, султана Брунея, в общем, что, ну, еще лайфстайл, надо еще вам, я загружала вам по поводу короля Саудовской Аравии, так что вот. Просто хочу получить мои 10 миллионов долларов. Вот. От Бакшира Хатовой Фаундейшн. Так что вот. 80% собираюсь потратить на мою счастливую жизнь. Конечно, лайфстайл впечатляет. Что сказать? Я не знаю, я эти видео нашла на Ютубе, вы понимаете, да? Даже не знаю, что вам сказать. Таким взором посмотрела, что
смотреть нельзя. Вы понимаете, да? Ну, я это нашла на Ютубе. Я же на Ютубе посмотрела эти ролики. Из Ютуба вам загрузила. А если эти ролики есть на Ютубе, ну, что, я их даже не знаю, что можно сказать. Я их открыла, лайфстайл, и они открылись у меня. Я не знаю, что вам сказать. Я просто, сколько уже времени прошло, так что вот. Так, чтобы вообще как-то это вот так вот все это вместе. Первый раз вообще так посмотрела. В общем, как-то впечатляюсь. Ну, вот она тоже про деньги, все это про деньги. Надо впечатляться как-то деньгами, как-то богатеть. В общем, как-то вот это вот, вы понимаете, да? Так что вот. Просто впечатляюсь, как они там шикарно живут. А как они там шикарно кушают? При таком вот этом они могут есть с утра до вечера черную икру с лобстерами. И закусывают этим тирамису. Ну, так что вот. Давно уже надо было мне лечь спать. Сейчас без 20:10, без 20:10. Так что вот, без 20:10, 11 мая 2020. Просто правда, такой лайфстайл, когда это еще вместе посмотришь. А если еще там Саудовскую Аравию загрузить, там ты просто вообще впечатляет. Там эти вот яхты, вообще, ну, у них в основном что там, машины, дома, машины, яхты, они показывают в основном, ну, такое мужское, как бы, такое вот это, дома, машины, яхты. Я не знаю. Я когда посмотрела на этот лайфстайл, как они там живут, вы поняли, да? Я там все вот там что-то говорю. Михаил Маратович вообще жду. Хотела еще посмотреть, конечно, лайфстайл Михаила Маратовича, Олега Дерибаски и Михаила Прохорова. Но у наших лайфстайлов они там не показывают. Там показывают только какие-то интервью или что-то там такое. Там не показывают ни их домов, ни что у них такое есть. Я не нашла. Так что вот. Просто, понимаете, я вот там всем говорю, Михаил Марат, еще жду по поводу соседей. Этого мужика, который с первого этажа совершенно, в общем, там ругался неприлично и так далее. Что он там говорю по поводу, что травили меня таблетками в психушке с середины июля по середину сентября 2019 года. Так что вот. Потом я ему уже сказала, вот, взяла мое отчество. Салмана Ал-Сауда, короля Саудовской Аравии, королевскую фамилию Мактум, одну из имен султана Брунея. Я просто посмотрела на их лайфстайл, вы понимаете, да?
Это по поводу того, что они от меня хотели. Соседи, ниже этажом соседи. Ты что? Я так понимаю, они хотели от меня отобрать мои вот эти вот, которые еще не получили 10 миллионов долларов, мою квартиру, мой эллинг в Петергофе, мои полдома и полчастка на железнодорожной 20. В общем, как-то нужно выяснить этот вопрос. В общем, посмотрев вот этот лайфстайл, в общем, взяв, вы понимаете, да? Совершенно охренительный лайфстайл, вы понимаете, да? При таком богатстве, вообще при вот этих вот унитазах, самолетах, вот этих яхтах. Они уж, вы понимаете, да? Что это? Ну, говорить уже, что я там жду, я не знаю даже, кого я жду. Султана Брунея со Следственным комитетом Российской Федерации. В общем, я даже не знаю вам, что вам сказать. Так что вы уж имейте в виду, если вы мне звоните по телефону, если я с вами вообще общаюсь, я вас засниму на видео, на аудио. Так что вот, я выложу на мои два канала YouTube Татьяна Салмановна Махтулова Сайфуддин на русском, на английском языке. Так что вот на мою страницу ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис Махтулова Сайфуддин через дефис на русском языке, на мою страницу Фейсбука Татьяна Л на английском языке. Так что вот, потому что, к сожалению, вот заснимаю огромное количество видео и каждый день, потому что, ну вот, так скажем, соседи, которые подписали это вот это в полицию заявление, они, в общем, имели, наверное, какие-то ко мне претензии. В общем, как-то при вот этом всем надо как-то все это выяснять. Так что вот, я заснимаю себя, как я живу. Так что вот, то, что я занимаюсь творчеством, то, что я, в принципе, пишу сценарий для фильмов, а так арт-фотограф, арт-дизайнер, модельер, блогер, писатель, да, если вот это вот, как бы... Даже как бы и модель, в общем, свои, в общем, ну, как бы модельеры, в общем, даже, знаете, такие у нас в Проспируси тоже показы, у нас здесь такие мод-показы. В узком кругу в Проспируси с моей кошкой были, так что вот. Понимаете, да? Ну и вообще, здесь что-то не сходится, потому что вот я каждый раз это пишу, озвучиваю, говорю, что я жду мои 10 миллионов долларов, так что вот, я так вообще считаю, здесь какие-то, ну, не знаю, может, это резко так было сказано. Они как бы или давно должны были выразить такие очень претензии ко мне, потому что я постоянно об этом говорю и пишу. Понимаете, да? У них должны быть возникнуть или претензии ко мне, такие очень вот эти вот. Или они бы так на все это посмотрели и сказали, ну знаете что, мы вам пришлем эти 10 миллионов долларов. В принципе-то. Я, конечно, не знаю. У меня такие вот какие-то такие меня терзают смутные сомнения. Потому что, судя по всему, когда я об этом вот это говорю, вы читали мой лад-журнал и так далее, я постоянно говорю, показываю. Ну что? Как говорит Дима Егоров, это даже неприлично. И правда, это очень даже неприлично. Это Татьяна Салмановна говорит Салману Ал-Сауду, к сыну
короля Саудовской Аравии. Так что вот. Так что вот. Нет, вот вообще вот, вот, вот в этой ситуации, вот правда, вот эта вот такая ситуация очень такая сногсшибательная, вообще unbelievable. Ситуация unbelievable, правда. Вообще сногсшибательная. Чтобы какая-то там вот эта Александра Татьяна Юрьевна, которой там 46 лет, вдруг надумала взять, вообще вот так вот еще пишет такое. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, вы понимаете, да? Ну, правда, вот честно говоря, ситуация просто сногсшибательная. Уж о плохом я не буду вам говорить, да? Вот это, я же даже уже говорю, уже давно, уже 2 года говорю об этом. Уж понимаете, они же сразу, я когда посмотрела, когда я выложила вот это, то, что я выложила про султана Бруне, я посмотрела, что там сразу стреляют. Ну, в общем, я не знаю, я нашла это на Ютубе. Я нашла это на Ютубе вообще, короче, а чего? Я нашла это на Ютубе. Вот предъявите претензии туда, кто выложил это на Ютуб, короче. Я считаю, что у Салмана Аль-Сауда, сына короля Саудовской Аравии, должны быть или ко мне претензии, или, если претензий нет, то, понимаете, я считаю, что, в общем, эти деньги, как бы, в принципе, вы понимаете, да, я так вот посмотрела. Так что вот. Ну, а уж выяснить вопрос, где они там застряли, завелись, я не знаю, там еще что-то. Так что вот. Но как-то я вот сейчас вот подумала, ну, правда, такая сногсшибательная ситуация, вообще сногсшибательная. Сейчас с Ромой Ромашенко поговорила, думала, вот так вот, в принципе, вспоминая себя, школу, вот такая она, с двойки на тройку, эти экзамены еле-еле там в этом, на юрфаке. Потом не работала, мужа искала, в общем, такая вся. Я же Василию Ивлеевичу сказала, Ромашенко, они всегда хорошо жили. У них ковры, шапки, ковры, одежда, в общем, они зажиточно жили. Зажиточно. А мы всегда скромно жили. Так что вот, ну, как-то вот так скромно, по их меркам. Так что вот. Конечно, когда она позвонила, сразу же поняла, уже сразу мне когда говорит, ты что, говорит, взяла? Что там, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин, даже, по-моему, какие-то там стал что-то про каких-то террористов говорить. Вы там послушайте потом. Я говорю, какие террористы? Я по поводу террористов ничего не знаю. То же самое мне сказал и Виктор Мишин, которому я тогда вот в 2017 году потом позвонила, парковку ему продала. Потом позвонила, я думаю, он в банке, в общем, как-то вот это вот. Я говорю, Виктор, как вы думаете, вот можно там такой грант с миллионов долларов получить? Ну, он мне тоже сказал, говорит, что вообще там как-нибудь, знаете, вот это вот, сразу как-то государство, оно как-то пеленгует. И, в общем, куда-то, в общем, эти деньги как-то вот это вот. Ну, в смысле, ну, вопросы определенные возникают, такие большие деньги. В общем, если даже вот это, а к чему, а почему, вы понимаете, да, а вот как это, вот да, там вопросы возникают. Но он тоже намекал, что это сразу будут как-нибудь, что это кто-то там, или арабы, или кто-то там, или американцы здесь спонсируют какие-то вот эти вот, спонсируют еще что-то. А Татьяна Салмановна согласна их сразу, как бы, нет, хочу, я хочу вложить, чтобы они на меня работали, эти деньги. Нет, я, кстати, так долго жду, так что вот, нет, короче, нет. Я вообще блогер. Я вообще блогер, так я ему так и сказала. Но тенденцию я как бы вот так вот, он говорит, а,
тебе говорит, вообще вот так вот имя так поменяла. Я еще даже ему не сказала про 10 миллионов долларов, только про имя сказала. Он мне сказал, что говорит, тебя ФСБшники не звонили? Я сразу подумала, да о чем звонить, да они сразу этого соседа поселили. Да. Ну да, сразу этого соседа поселили. Татьяна Самовна шутит. Шутит. Просто я как публикую их, понимаете, я как публикую, они эти агенты, а как агенты, я как их опубликую, они сразу как бы уже это, рассекречиваются. Эти агенты, они уже рассекречиваются. Вот Татьяна Самовна хочет быть этим, короче, вот это, Джоан Роулинг, Гарри Поттер, ну вы поняли, да? Вся тенденция разговора потом свелась к тому, чтобы я была, как говорится, короче, вот это вот, осторожно, с кем я общаюсь, да что вот. И так далее, чтобы сдать половину моего участка и дома в аренду, и вообще нужно вместо эллинга квартиру купить и сдавать эти квартиры. Так что вот так вот мне Рома вообще посоветовал. Так что вот. А просто знаете, что я хочу сказать? Василия Валерьяновича Обухова я видела, как, знаете, он нам, как говорится, по моей просьбе занималась, мы здесь с ним ремонтом. Он приезжал осенью 2016 года, там октябрь, ноябрь, декабрь, январь 17-го. 4 месяца, около 4 месяцев, каждый день. С утра до вечера здесь был, с утра до вечера в этой квартире. Представляете? Так что вот. Я его видела чаще и больше, чем, например, моего первого мужа, которого я вообще редко видела. И Перри Дански он всегда работал, вы поняли, да? И вообще я видела больше всех, вот вы поняли, да? Так что вот, уже не говоря о каких-то таких совершенно дальних родственниках, которых я вообще видела несколько раз в жизни, 3 раза. Так что вот, нужно это понимать. Так что вот. Я хотела ему сказать, что... Вот Василию Ильяновичу сдала я. Ну, потом думала, ладно, чему объяснять вот это вот. Ну, в смысле, половину участка и дома. То что вот. Я ему сказала, что ему надо, пусть пользуется. А что, у меня там 2 гамака, то, в принципе, мы там перетосим, что ему положить надо, там поставить, положить, и вообще там место есть. Ну, вы поняли, да? Так что вот, ну, мало ли, там, знаете, там ремонтом занимается, в общем, у себя там. В общем, как-то вот так. Потому что, знаете, там 7 лет не звоните, потом, понимаете, вот так вот позвонить.
и стать говорить, что я там вот была аккуратной, осторожной, с кем я общаюсь. Так что вот. Не прислали ли мне каких-то... не прислали ли ФСБшники мошенников? Ну да. Да мы их обезвредим прямо у этого, у этой, у двери. Отсекающий у лифта. Так что вот. Ты взял сама на шуть. Ну, конечно, конечно, у меня наивности хоть отбавляй. Ну да, зато я со своей наивностью, смотрите вам, там, и племянника короля Саудовской Аравии там загрузила тоже, в общем, там тоже посмотрела, что, в общем, как-то вот это вот. Тоже там вот уже видео загрузила. А у него что-то целый золотой самолет. Такой золотой внутри. Это вообще просто шикардос. Я как подумаю. Так что вот. Просто я, скорее всего, вот моими вот этими видео вообще доказываю, что это я. Я же рассказываю о себе, доказываю, что это я. Александра Татьяна Юрьевна, 20 июня 1972 года рождения. Мама Александрова Тамара Петровна. Отец Александров Юрий Анатольевич. Так что вот. В общем, как-то вот так. Это я о чем? Это я о том, что я выложу. То есть будьте готовы, если вы мне звоните, то я запишу вас и выложу. Так что вот, имейте это в виду. На мой канал Ютуба, я уже сказала, ВКонтакте. Так что вот, такие вот дела. Просто если Татьяна сама, я как-то еще иду с позитивной стороны, если я вам скажу прямым текстом, как я говорила, то Татьяна сама она все вспомнит, потом вот это, там никого нет. Так что вот. Так что вот, если Татьяна сама она скажет прямым текстом все, что вот это сегодня как-то вот это вот происходило, то, что она видела таким взором, ну, в общем, так там. Смотрит, там никого нет, вы понимаете, да? Так что вот. Как-то я ближе все-таки к позитиву. Наталья Правдина ближе к позитиву. Не будем там. Да, вы уже сами знаете, правда? Я просто пока еще не сказала. А вы думаете, это кто? Вот такие вот дела. Ну, обычно мы их как развлекаем? Они обычно, когда звонят, они... Стоят и хотят войти. Так что вот, вот как обычно, это же ничего нового. Это уже годы, в общем, годы как-то вот это. Так что вот, ну а что? Обычно, знаете, какая? Ну, это Татьяна Соломановна еще сценарист, сценарий пишу. Там «Одесский Петербург», это «Тетя с мопсами», «Пелевин с книжкой за 1000 рублей, которая отдыхает». Ну, что вы знаете, да? Так что вот, «Бандитский Петербург», там не загружала вам эти серии. Так что вот, обычно же как, звонят, войти, помочь, они, знаете, как-то вот так вот, миленько хотят, они говорят, слушай, ну, человек очень миленько, так вот это вот, давай, квартирку, половину дома, половину участка, свой эйнинг, все, что есть, грант 10 миллионов долларов, давай. Вали там вот это вот, квартала Степанова, тюрьма там, вот это вот, короче, вот это вот. Мы за тобой там что-то ухаживали, не ухаживали, в общем, короче, скорая там вот уже 4 уже проехала. Так что, наверное, 100 там стояло, да, 4 проехало.
Так что вот. Так что вот. А вы думаете, что не знаю, что? Так что вот, я, конечно, хочу как-то, знаете, все думаю, когда что-то там такое, думаю, может быть, как-то вот ближе все-таки как-то вот к real, к real life, в общем, к real life, ну, в общем, как-то вот так. Ну, сценаристы, 11 тысяч рублей за электричество, вы понимаете, да? В общем, как-то хочется все-таки тоже заработать денег. Не просто смотреть на те люди, которые там вот вообще так шикарно живут, а самой заработать. Я снимаю видео, хочу быть актрисой, певицей, пиарю себя. Так что вот, ну, это в Голливудах с гонорарами по 10 миллионов долларов. Ну вот они подумают, скажут, боже, ну у нее такие таланты, она пойдет, там прям кушает, она там все это расскажет. Ну кто-нибудь так оценит, скажет, боже мой, мы вообще мечтали о такой актрисе, вообще у нас эти деньги, так что давайте эти контракты. Так что вот, ну вы понимаете, да, то есть интернет он дает. И если я буду сидеть и молчать, они скажут, ну мы что-то не поняли, она покушала, молчит. Ну, в общем, ну молчит, мы уже это посмотрели, она там, в общем, так это... Темноту нам показывают, там идет спать, темноту показывают, мы уж там смотрим, как второй раз, по 3 часа, все темнота вот эта. Так что вот, наслаждаемся, не можем понять, что там происходит. То есть вот 3 часа, темнота, хорошо, что объяснила вот она Диме, что она же пошла спать вот туда на кровать, а здесь у нее камера, видеокамера работает. А иногда по 12 часов работает видеокамера, она там спит 10 часов, а здесь камера работает, видеокамера 10 часов. Так что вот. Которую забрал Владимир. Так что вот такие вот дела. Так что, в принципе, практически этот разговор стоил, знаете, вот я бы сказала вам такое для вас летального исхода, просто сразу, и все. Все, уже никого нет. Здесь даже цена победы, здесь даже не о чем говорить, здесь даже не начинать даже о цене победы, просто уже как бы уже не с кем разговаривать. То что вот. Вы, наверное, уже поняли? Так что вот, я уже Василию Леонидовичу сказала, что, в принципе, знаете, вот вообще подводные лодки, вы, Василий Леонидович, вообще понимаете, в принципе, люди, которые там служат, насколько они отважные. И наверняка это ФСБшники, и наверняка это очень какие-то такие люди, потому что когда подводная лодка выходит вообще, вот это вот погружается и так далее, если там что-то заклинит или что-то там вот это вот. Как-то что-то пойдет не так, и как что-то там такое, и где-то она вот это, вы понимаете, да? Сколько воздуха там в подводной лодке? Он говорит, ну, в общем, давайте не будем о грустном, давайте не будем. Нет, я ему говорю, ну, вы просто поймите, тот человек, который выбирает такую профессию, это как бы, понимаете, вот это, я не знаю, там, я не знаю, там, ну, если не по типу космонавта, ну, понимаете, вот это вот закрытое пространство, и, в общем, когда, если вот так вот это вот заклинит, вот это Ванга же тогда говорила, вот это вот Курск уйдет под воду, вы понимаете, да? Никто как-то не верил, говорил, господи, какой Курск, там вообще воды нету, она сама не знала, что такое Курск. Так что вот, она так говорила, так что вот. Так что вот, имейте это в виду. Если вы как бы не поняли, что было столько лет, там вам создатель неба и земли покажет. Так что вот. Это я уж таким же взором уже посмотрела, потому что они, конечно, сюда сразу, вот это я уж сразу поняла, что здесь просто уже никого нет, уже все, считай, что нет. Это как газовый камень, говорил, все, вдохнул, все, я уж сразу поняла. Так что вот, поэтому я все выложу. Так что вот, а вы что думаете, что я не знаю? Так что вот, там вам покажут. Что вот, я так понимаю, я таким взором, это очень печальная история это очень печальная. Так что вот, если вы как бы не оценили, все эти годы не оценили и так далее, сказать нам спасибо, благодарность, еще что-то, как-то, и, ну и вообще. Так что вот, а наоборот, хотите что-то там отнять, поиметь и так далее, и вообще с таким вот этим все, там, в общем, это страшное дело, страшное. Так что вот. А Татьяна Салмановна знает.
таблетками меня травили такими, вот давали такие таблетки, которые, знаете, такую убойную дозу я выжила только на силе воли. Давали такую убойную дозу таблеток, вот дают таблетки, и я вот ложишься и чувствую, что сжимает горло, и сейчас будет дышать нечем, даже воду не проглотить. И такое чувство, что вот знаете, вот это замкнутое пространство, и вот сейчас будет последний вообще вот этот вдох. Такими таблетками меня травили. Я это чувствовала. Так что вот, имейте это в виду. Так что вам придется за это ответить. Страшное дело, страшное. Я еле выжила. Вот так, горсть таблеток давали. Страшное дело. И когда я чувствовала, что уже, я думаю, сейчас уже все. Силевой. Я занимаюсь позитивным мышлением и вообще молитвами Джозефа Мерфи, книжками. Так что вот, как бы такая, знаете, вот эта сила воли. Вам придется за это ответить. Если они там докажут, что вы правда это делали, я думаю, что вас расстреляют просто на месте. Без суда и следствия. Так что вот. Они вам покажут, тех же, вот, как он говорит, а вы это не к террористам, вот это случайно не к террористам, вот будут, они вот это вот и все. Так что вот. Если они докажут, что вы виноваты. Возможно, нет. Но думаю, что они заставят вас то же самое проглотить и на вас посмотрят. Когда они докажут вашу вину, они вас заставят это проглотить. И посмотрят на вас, что с вами будет, и все. Я думаю, что так и будет. А как вы думали? Если вы не виноваты, если как бы мне там это как-то показалось, там еще что-то... Так а что там волноваться-то? Если вы не виноваты, я думаю, что с вами ничего не случится. Как бы, а что? Если там такой сценарий, там что-то напишет, там, она там где? Как там? Вон там, откроешь бандитский Петербург, там вон это, в жопу паяльник, так это, утюг поставят, бумажку дадут, короче, подписывай, отписывай, там ночью в жопу паяльник. То есть таблетками, там в жопу паяльник, там к этому к батарее привяжут и скажут, сейчас, если не отпишешь, в жопу паяльник будем вставлять. Я не знаю, что лучше, в жопу паяльник или таблетки вот эти глотать. Даже вам не могу сказать точно. Это бандитский Петербург, это вот это вот, это кино это. Там они сразу и в жопу паяльник, и еще утюг ставят. Они говорят, а что, добровольно что, у нас добровольно не получится, что ли, разговоры, что ли? Мы что, не поняли, что ли? Мы друг друга как-то не поняли с вами добровольно-то. Так мы же с вами уже почти договорились добровольно, что все вот это вот, да? Или можно уже начинать. В жопу паяльник, утюг уже греется. А хотите таблеткой? В принципе. Ну там, 2 минуты. Вы еще думаете? Так у нас уже утюг, уже мы уже выключали, мы уже еще включим. Это бандитский Петербург. А что, вы не видели, что ли, вот это вот? Вас пугают как-то таблетки? А в жопу паяльник вас не пугает вот это, с этими вот это? Бандитским Петербургом. Так что вот. Какие вот дела? Татьяна Пасамовна вам еще расскажет, знаете, вот эти вот, как там, подземелья, Лубянки. Ну, в общем, там заютубить можно. Ну не будем, да? К печальным этим мы не будем. Так что вот. Thank you.
Конечно, лучше, вот, конечно, к позитиву, к Наталье Правдиной, к школе очарования. Конечно, это лучше. Я с вами совершенно согласна. Я с вами совершенно согласна. Так что вот. Что вот? Я же уже озвучивала на моих видео и так далее. Озвучивала. В общем, не знаю, вот истории по всему этому озвучивала, и по всякие там звания и так далее. Так что вот. Просто когда я так вот это все как-то это все вспоминается, все как-то вот это вот. Как-то вот это, они вот это охватывается там. Что вам сказать? Ну и вообще такие громадные деньги, даже вот эти, то, что я жду, это громаднейшие деньги. Громаднейшие. Знаете, я вам уже говорила, там, знаете, вот этих вот, если кто там засмотрит по интернету, и вообще подумает, что такие деньги привезут, там, знаете, и будут там, может, там, названивать или еще что-то. То есть, ну, нужно понимать, то есть нужно как-то вот это. То есть, правда, в общем, то есть нужно охранять, в общем, охранять эти деньги. В общем, как-то так, в общем, мне это... Думаю, что при доказательстве вины, ну еще раз говорю, я уже это озвучивала. А при, в общем, короче, выяснить, там просто нужно выяснить, насколько там вообще вот это вот, то что вот, доза и так далее, попросить их это скушать, так что вот это определенную дозу и так далее. Если это такая доза, что, в общем, вот это, ну, пожизненный Магадан, в принципе, пожизненный Магадан, так что вот. А потом не надо забывать, у нас же как, там даже вот на этом, на Менделеевской, там тоже машины едут, я специально же вам записывала на моем лайв-джорнале, там записывайте машины-то. Так что вот, она там как-то была там, выехала туда, за угол взорвалась, а потом опять смотришь, едет. Я сама была просто поражена, откуда она едет-то? Там взорвалась вроде, а здесь она опять едет, так что вот. Так что это в принципе одно к другому, в общем, вы поняли, да? Так что вот. Они как бы у них какой-то вот этот вот, там вроде как-то вот этот, ну, таким взором, это вот еще сценарий для этих, для фильмов. Вроде как вот так вот был по сценарию, там она взорвалась, а потом снова ездит. Это, наверное, как по Гарри Поттеру, вот это летающие эти машины,
взорвалась или там что-то такое, в общем, это как бы, что там такое. Потом она снова едет, так что вот. Как там, сколько раз было, это Матильдочка, моя кошка, она говорит, вот я уже это сожрала, я уже его сожрала, потом смотрю, он вот это вот, ну вот это, идет. Говорю, Матильдочка, ты пошутила? Она облизывается, в общем, Матильдочка облизывается, в общем, как-то вот это. Так что вот. Ну это Матильдочка, тоже такая, очень хочет быть, это известная кошка, говорящая, так что вот. Так что я даже и не поняла, они должны вот это начать уже, начать, понимаете, должен начаться мувмент, они должны начать ходить, во-первых, они должны ходить извиняться, что они вообще, вообще ко мне как-то вообще приставали и так далее, они все должны начать, знаете, туда ходить, вот это вот извиняться, что они вот это вот, рассчитывая на то, что их как-то, там, не знаю, может быть, что-то, в общем, им хорошее по их извинениям, что-то вот это, они должны, должен начаться какой-то мувмент, вы понимаете, да? Так что вот. Вот. Должен начаться мувмент, они должны начать звонить, я не знаю, там вот это или где-то вот это, извиняться, что они вот это, что их простите, что они такое понаписали, там еще что-то. То есть, в общем, короче, что они как бы были неправы там. И, в общем, конечно, они вот это, то есть как-то вот это издалека, вот это вот издалека. Хотя это им в принципе не поможет. Не поможет. Так что вот. Как говорится, даже это я тебе сказать не могу. В общем, там эти знают, они же там вот это вот. Так что страшное дело, потому что на самом деле, так что вот. Меня такое чего удивляет, что они до сих пор как-то вот это вот, ну хорошо, если там какое-то что-то там такое, то почему до сих пор вот это какая-то, вот, как называется, да, наглость, или как-то назвать-то вот это, до сих пор вот это вот. То есть вот это вот меня все вот это вот удивляет. Я вот не могу понять вот это вот. Вот это я не могу понять. О, смотрите, а это сегодня показываю? О, сегодня это был 21 градус.
А ночью 2 градуса обещают. Это ж надо. Сегодня 21, 21 был, сегодня 21 градус жары был. Но это надо. Днем обещают 7 градусов, ночью 3, немножко такое похолодание, ну как обещали, похолодание. То что вот. Так что вот, я на самом деле вот спросила у Рома. Он говорит, что вчера с Оксаной разговаривал. Я у него спросила, как там Серега. Так что вот. Что я ему тоже хотела сказать, что вот, ну уж даже не знаю, пугать его Михаила Маратовича, то что вот. Если Михаил Маратович выяснит, что он хотел меня убить, ему грозит пожизненное. Так что вот, вместе со всей семьей, если они были в сговоре, пожизненное в Магадане. Так что вот, с Оксаной, с этими с детьми, с Яной, и с Юрой. Так что вот, и с Белостровскими, если они все были в сговоре. Так что вот, если Михаил Маратович выяснит, что они хотели меня убить. Так что вот, они все поедут в Магадан на пожизненное. Я вас уверяю, там могу сказать, что, ну, знаете, вот это вину доказать, там, это такое дело, такое очень, это доказать вину, это все такое, знаете, вот это все такое, попробуй там вот это. То что вот, то что не надо надеяться. Если он выяснит, что они хотели. То что вот. Знаете, есть такие, я уже раз объясняла, такие вот эти вот, от них никуда не денешься, никуда бы не уезжай, они тебя везде найдут. Они тебя найдут и в тюрьме, и в любой точке мира. Они везде тебя найдут. Так что вот, так что рассчитывать не надо. Единственное, что меня интересует правда. Мало ли там кто не виноват. Понимаете, там правда, если кто-то не виноват, мне самое, чтобы эти, мало ли кто там, ну, в общем, так как-то вот он так это, в общем, такое дело, такое вот это вот. Ну, у них есть способы выяснить это. Меня правда интересует. Самое главное, чтобы невиновные как-то вот не попались там. Понимаете, человек невиновен, может быть, испугался, говорит, о, да, да, это я там, вот это, типа, я там испугался. Вот как-то вот, знаете, вот это вот. Или на кого-то там, типа, давайте там на кого-то вину повесим, вот там кто-то крайний будет. То есть это тоже нехорошо. Меня интересует, в общем, эти... по существу меня интересует, так что вот. И самое главное, чтобы какие-то невиновные не попались, знаете, с испуга. Может быть, там кто-то с испуга вообще так вот это, типа, вообще вот это, ничего не знает, а с испуга, в общем, как-то вот это вот. Так что вот. Это, в принципе, единственный, знаете, вот такой вот вопрос. Потому что я сколько, я тогда столько и жаловалась, и заявление в полицию писала, потом я поняла, что это все в пользу бедных. Там, знаете, вот это вот, все в пользу бедных. Думала, что там как-то меня защитят, что как-то мне в жизни угрожает опасность. Все это писала, все это писанина, вот это потом вот этот мужик с первого этажа тоже все писала, а потом я поняла, что это вообще бесполезно.
потом все грант, все жду этот грант, думаю, охрану найму. Просто, понимаете, я вообще там какой-то вообще там эти месяцы просто дома сидела, потому что чувствовала прям такую вот опасность. Так что вот, совершеннейшую опасность. Вот ходила, понимаете, вот это вот, с какого там. Потом судиться вот они начали, хотели отобрать у меня имущество, моя собственность, мои вещи. Так что вот, вот такие вот дела. Я все писала, думала, как-то полиция, ну как-то я не сталкивалась, думаю, ну как, а что, куда писать, в полицию писать? Думаю, как там, как-то пусть разбираются, а куда еще писать? Я не знала, куда и куда писать. Так что вот. На имя президента писала, Владимира Владимировича Путина. Там немного чего написано. Так что вот. Думала, как-то защитят, в общем, потом думала, это вообще деньги такие, в общем, такие бумаги, думаю, такие деньги получу, деньжище. Думаю, наверное, все-таки как-то вот это вот сковывать, знаете, тоже такой вот какой-то вот этот вот, думаю, с охраной, найму себе охрану. Буду как-то более, как-то вот это вот, ну, в общем, как-то вот так. Но уже, понимаете, уже 4 года, уже сколько там, 16, 17, 18, 19, 20, уже пятилеточка скоро. Уже скоро пятилеточка, так что вот. А деньги мне так вот, что-то там, деньги так мне не везут, деньги так и не везут, так что вот. Я же обои отклеивала в моей комнате. Я же там видела. Там есть за что. Там столько всего, и там есть за что его посадить. На пожизненно обои там отклеивала, так взором видела. Так что вот. Так что вот. Только я даже видела, что он даже, знаете, он даже там этих в обезьяннике вообще где-то он этих ментов даже пугает. Понимаете, он давай. Они просто, вот я даже смотрела, так он, конечно, они даже такого никогда не видели. Это все моя мама, Тамара Петровна, понимаете, все мучилась столько лет. Так что вот, то его там из наркомании, то из запоев выводить, в общем, кто, чего он будет резать, куда чего запихивать, это никто никогда не знает. Будет он об себя тушить сигареты пьяные, или об вас будет он тушить сигареты. В общем, вот так вот, с ножиком он будет пьяный бегать вам угрожать, понимаете, вот это, или себя он будет резать, то есть, в общем, он совершенно опасен. Потом он будет плакать, просить прощения, у него будет белая горячка, так что вот, совершенно, понимаете, вот это вот, как бы вот это, ну, я даже не знаю, как-то вот так. Я даже таким взором видела, что он даже его, когда забирают, они просто от него просто в таком шоке. Они ему открывают этот обезьянник и говорят: слушай, вали, заебал просто. Просто там, ну да, они просто вот это вот. Я даже не знаю, но может быть он в трезвом виде, как бы в трезвом виде. А в трезвом виде он еще, если его не обезвредить, он может быть еще агрессивный, он другим будет, наверное, еще каким-то мотивом, может, рожу там бить, ему будут рожу бить, и он потом будет, знаете, такой вообще весь как это, как, знаете, эти вот борцов показывают, борцов на ринге, у них вся морда в крови, так что вот, он по каким-то мотивам, если с черными его там посадить, он этих черных измордует, они измордуют его, потом придете через 5 минут, они все в крови. Да, мы тогда с мамой ехали, у нее чуть сердце не выпрыгнуло, она прям это вот бедная, понимаете, у нее прям вот так все колыхалось, понимаете, какое здоровье могло быть, сколько бы она 70 лет прожила, какое здоровье. Так что вот, какое ему там вот это вот, просто ужас, просто, да, до сердечного приступа. Мама просто вся вот наглоталась таблеток, вот мы с ней ехали, она просто вот, говорю, что просто вот сердце выскакивало. От переживаний, от нервозности, потом, когда вот это от этого внешнего вида, и с ним вообще ничего не сделаешь. Он так на пол сядет, на асфальт, и никуда, ни домой, ни туда, никуда он не идет.
что-то бубнит и все, короче, весь в крови обливается. Это просто хуец, просто хуец. Так что вот, здесь вообще не знаешь, что делать. И, судя по всему, он и трезвый, он, как Юрий Анатольевич, я однажды видела, просто от злости, он просто трясся от злости, это вообще что-то такое. А этот должен быть еще и хуже. Его просто трясло от злости. Я вам уже рассказывала, что я чашку этого кофе хотела вот этим парням, которые там красили вот этот вот коридор, отнести. Его просто трясло, я не знала, что случилось-то, его просто трясло, от злости его трясло. Он весь покрасневший был от злости, его трясло. Вот какая злость. Она так сводит весь организм. И на почве вот этой злости они начинают других мордовать. Если других нет, начинают себя истязать. Это я вам, как изучающая криминалистику, знаю. Курить, тушить об себя сигареты, резать себе там, что-нибудь там резать, в общем, короче. Таким образом, они снимают с себя вот это душевное напряжение и боль. Очень, на самом деле, это очень такая, все сломано, в общем, это страшное дело. Так что вот. Да? Я, честно говоря, даже не знаю, если даже с кем-то вот так вот в одной комнате или еще что-то, люди вообще будут просто пугаться до шока, понимаете, даже спать. Понимаете, так вот спать, видите, до нервного напряжения. Люди будут просто бояться, понимаете, вот это вот. Просто до нервного напряжения, потому что не знаешь, он может ночью вскочить и начать что-нибудь там делать. Вы поняли, да? А другой от этого вообще вот этого всего, вот этого видения вот этого, он даже там может сон пропасть и так далее, на нервной почве просто вот это вот. А если это смотреть какое-то время, а если смотреть это неделю или месяц, а если вот так вот постоянно на глазах, это просто, знаете, вот это вот. Я вообще вот это вот. Так что вот. Это еще как бы, еще вроде как более-менее, знаете, вот эта гармонизация по системе этих гейш. Это еще гармонизация по системе гейш. А если его будет так трясти, как трясло Юрия Анатольевича, если не больше, это вообще просто хуец. Я как представила, если все это снять, вы понимаете, вот это, если все это снять и как бы туда, все это вот. Так что вот. Они что-то наставляли автоматы, счетчики, ну вы же знаете, как, так что вот. Это немножко как-то вот это вот, а так вообще-то просто хуец. А на это смотреть, это просто, знаете, вот это вот. Так что вот. Я не знаю, подожди, это я о чем? Я даже вот с ним судилась на судебное задание. На одном хотела, думала, а потом нет. Знаете, мы с Василием Ильяновичем ехали, но опоздали. Так что вот, я подумала, знаете, там все это все застают. А, там это, на дамбе была авария, очень большие вертолеты, там мы несколько часов стояли на дамбе. Но я когда ехала, я не хотела его видеть, понимаете? Вот я на него посмотрела на предварительном заседании в мае. Так что вот. И все, я решила, что, в общем, все. Я просто сделала определенные выводы, я даже с ним, в общем, не знаю, знать не хочу и видеть, я вот, ну, как бы тоже, потому что, ну, в общем, как-то вот так.
Ну да, он со мной судился, судился несколько лет. Хотел, вот, оспаривал все завещание, там вот это все, завещание, оспаривал половину вот этой квартиры, половину дома, половину участка. Так что вот на железнодорожный 20, литера А, все оспаривал там вот это вот, несколько лет. Так что вот. А вот как он может учаться, он же, знаете, вот здесь вот, когда там, по той двери, вот, военный тоже, военный, Тлялина, не знаю, он иногда по первости ходил вот в ту отсекающую дверь у лифта, стучался. Но, правда, не так, как типа сломать, а так он стучался, что его упустили. Когда его пускали сюда, пьяного, он начинал здесь барабанить в дверь. Если его здесь не пускали, он начинал электричество отключать, то есть начинает там электричество отключать, что его пустили пьяного совершенно. Так что вот. Так что вот такие вот дела. То есть годами, годами ходил. Так что вот. У меня мама была после тогда нога, после операции, на такой этой штуке. Он тоже пьяный, когда-то однажды пришел, тоже вот эти здесь ходил пьяный, на нее завалился, у него тогда вот неправильно срослась нога. Вот зачем она его пускала? Вот, как говорится, умудрился. Так что вот. Неправильно нога срослась, потом неправильно, в общем, она потом ходила. Понимаете, одна нога выше, другая ниже, как-то вот это вот, да? Понимаете, когда одна выше, другая ниже, там как-то с позвоночником, понимаете, пошло искривление позвоночника. В общем, ну вот, как, короче, вот это, на нервной почве вот это все, ну, вы поняли, да? Как-то вот это вот. Просто ужас, просто ужас. И все на это смотреть было совершенно, вот она и пустить жалко, и пустить его как бы и жалко. Понимаете, вот и как бы она вот это, и поговорить, и накормить, а как его не пустишь. То есть на самом деле это так, такая вообще история на много лет, короче, испоганила почти всю ей жизнь. Так что вот, я уже вам рассказываю. Потому что я тоже считаю, что он должен ответить за то, что он ей испоганил жизнь. Так что вот. Вот таким образом, понимаете, вот тут вот, все ходил, понимаете, никакой жизни вот ей не давал. А сколько лет? Сколько лет вот он ходил? Ну, еще бабушка с ними поехала, Щеглова Антонина Мартьяновна. Так что вот, вот ему надо вот там вот и заодно спросить, что как, что там с бабушкой, что там это, со сковородкой. Что и маме жизнь испоганил, и здесь вообще тоже вот это вот все. И вот, короче, вот за это все ему, короче, нужно вот это вот, короче, там, вы поняли, да? Могу, конечно, сказать матом, ну, а что говорить матом? Уж как мы мечтали его хотя бы какой-то нормальный же, думаю, компьютер, там еще что-то, думаю, как, чтобы не пил, чтобы нормально, хоть как-то более-менее, как-то вот это вот. Годы, годы мечтали. Я даже по наивности думаю, там какие-то молитвы, там тут Джозеф Мерфи, там тут Коновалов, там вот это вот, там еще что-то. Этот, как, знаете, вот этот там... Еще мы ездили с мамой, да, Денис Миронов, тоже такой, типа, экстрасенса. Так что вот. Но тот по фотографии, то он сказал, что ничего сделать нельзя. Это Денис Миронов, помню, вот этот. Да, Денис. Так что вот.
Просто я тогда не понимала, что когда он трезвеет, он у вас все отнимет. А когда пьяный, он как бы не может, то есть совершенно пипец. Это, знаете, вот это вот столько лет, уже в этом году будет 48. Это совершеннейшее, это просто уму непостижимо. Потому что вот Татьяна Салманова, сам того, что про этих алкоголиков, он может вам рассказать целую историю. Я уж потом уже поняла, это просто какой-то вот, просто такой хуец, мы не будем обычно, вообще, в принципе, мне уже спать нужно ложиться. Уже просто нужно спать ложиться. Так что вот. Так что я все говорю, то есть наверняка кто-то невиновен. Даже самое главное, что здесь невиновных там вот это вот, потому что, судя по всему, как вот это вот, когда я стала вешать объявление, что я продаю квартиру, сразу кто-то из соседей позвонил, но кто? Мне тогда Ольга говорила, что следит Павел за мной, вот из 90 квартир, может быть, из 90 квартир звонили, это Оксане сразу позвонили, жене этого Александра Сергея Юрьевича. Так что вот, эта Оксана сразу стала Василию Ильяновичу Обухову звонить. Так что вот. И стала говорить, что соседи ей звонят и говорят, что это вот на меня они говорили. Вот это Александра, вот Татьяна, совершенно больная ходит, за электричество не платит, ей нужна помощь. В общем, совершеннейшие ужасы говорили Василию Ильяновичу. Что вот, поэтому я и снимаю себя, понимаете, снимаю себя каждый день, много часов, в общем, поэтому, чтобы у меня есть видеодоказательства, так что вот такие вот дела, потому что я была просто удивлена, но это тоже определенный метод отъема, вы поняли, да, вот это все написать, вот это определенный метод, я просто раньше как бы не знала, это определенные такие методы, то есть вы их не знаете, я тоже раньше не знала, то есть есть же разные вот это там. Там это всякие судебные, там вот это, потом там запугивание, там вот это, ну, вы понимаете, да, вот это вот, что-нибудь такое говорить, вообще довести, короче, чтобы вот этот человек нервничал. Вы поняли, да, то есть много там всего, знаете, такое вот это рассчитанное. То есть там, если, знаете, как бы вот это вот. Так что вот такие вот дела. Ну, а вы думали, что кто? Да, это я. Что-то стучать по моей двери, там что-то непонятное говорить, вот это, что-то там такое вот это вот, ну, в общем, вот это, там, куда-то там писать или жаловать, или вообще, то есть на нервы действовать. Ну, вы понимаете, да? А кто стучался? Соседка, Павла мамаша, потом эти лялины стучались. Соседы Бориса Николаевича, 93-й квартиры, так что вот. Борис Николаевич мне сказал, что если я начну красить вот эту отсекающую дверь у лифта, если я начну красить отсекающую дверь у лифта, как же он сказал-то? Когда вот эту дверь красил мужчина небольшого роста красил, что вот, восточной внешности, он будет жаловаться на меня в полицию. Так что вот. Так что вот. А у нас там все такие, знаете, обваливающие. Там вот посмотришь, на черной лестнице вся облеванная дверь. Так что вот. Там вот, когда выходишь там туда вот, на что на втором этаже, что на третьем, там совершенно страшные, разваливающиеся, облеванные, в общем, висят эти двери, которые, в общем, никто не красит, никому не надо 30 лет. Так что вот, вместо того, чтобы сказать спасибо, когда я поменяла две красивых двери, он бы, наоборот, сказал бы, вот, как-то вот вы поменяли, в общем, мы как-то вам благодарны, в общем, как-то вот так вот.
принципе, я когда и писала о найме президента, я считала, что это, знаете, в принципе, знаете, по предварительному сговору вообще, вот это, предварительному сговору, в общем, как-то они пытались отобрать мою собственность, мое имущество, так что вот, такие вот дела. Да еще группы лиц. А, кстати, Рома мне сказал, что это дом под Тамбовом. Под Тамбовом. Так что вот, в котором Антонина Мартьяновна, со своими, ну там, Антонина Мартьяновна, с которого уехала. В котором потом какая-то библиотека была, или какой-то клуб, библиотека, так что вот такие вот дела. Да я о чем? Я уже говорила, и там опять, знаете, они вот даже не понимают, они опять говорят, помоги, там, вот, то, что вы просите, я вам уже озвучивала. То, что вы просите, если вы сказали, что вы это можете, я озвучивала на этом видео, он вчера, по-моему, на этом видео озвучивала. То, что вот сказали, что это вы, там подъедут и спросят, показать, вернее, жуткое дело, страшное дело. То, что вот. Потому что изначально не надо бы говорить, что вообще на этом как-то вот это. То что вот, а если вы там сказали, что вы это можете и так далее, там подъедут и спросят. То что вот. Просто если бы здесь была цена победы, я вам как-то, может быть, еще озвучила. Здесь цена победы, я вам еще раз сказала, цена победы такая, что в принципе цены бесценны. Понимаете? Здесь речь идет не о цене победы, а победа бесценна. Потому что по обычной жизни вообще уже никого. По обычной жизни уже вообще никого, пустая земля. Так что вот, вообще пустая земля, вообще никого. Цены вообще, то есть, в общем, как это, бесценно, победа бесценна. Так что вот. Так что вот такие вот дела.
И в отличие, кстати, от вас, я не знаю, в отличие от вас, Татьяна Салман мне как раз, знаете, вот эти вот, не то, что там вот какие-то вот эти вот, она вот смотрела как там, ну, это, видите, такая, я уже озвучила вот это вот. Как раз, ну, не то, что они, конечно, это все такое дело, лучше, конечно, не знать. Ну, а в принципе, как там, я когда смотрю на этих, кто, как вы называете, знаете, вот такие восточные нации, особенно там с автоматами, знаете, вы можете сказать, там, они там бегают. Я наоборот, я к ним позитивно отношусь, я их заранее люблю. Как бы сказал по-ридански, как я там проезжая на Хаммере, сказала охраннику, что я его люблю. Я ничего не имела в виду личного. Перри так ему потом, в общем, так вот она объяснила, это Светлане, ее мужу, что она ничего не имела в виду личного. Не то, что она там с ним что-то хочет замутить. Понимаете? Она в общем его любит. В общем, это я просто, это я от позитива говорила. А вот эти, которые там с автоматами бегают, я их. Они мне так нравятся вообще, чисто вот так вот. Это, конечно, нехорошо, но я как-то вот так вот, всех, я к ним как-то положительно отношусь. Правда, у меня такое очень положительное к ним отношение. Так что вот, нет, если честно, вот если вы мне скажете, там, например, китайцы бегают, японцы, вот смотрите, сравним, да, вот, например, китайцы с автоматами, японцы там, ну, вот, например, три группы людей, да, вот, скажем, китайцы бегают, японцы бегают, потом негритянская, вот это, африканцы бегают, и вот эти, которые вы называете вот эти с автоматами восточной внешности. Ну, как бы, африканцы как-то пугающие, как бы, я не привыкла вообще к другому цвету кожи, я как-то очень необычно. Вот. А по поводу китайцев, японцев, я вообще вам сказать ничего не могу, я так нейтрально, ну, в общем, как-то бегают, ну, и, в общем, вы поняли, да, то есть я как-то, ну, в общем, у меня как-то вот так вот, я думаю, ну, они какие-то очень отличаются, они очень такие, ну, свои там, они, наверное, симпатичные для своих там, как-то они такие очень такие милые, ну, в принципе, в том смысле, что, в общем, как-то вот так. А те, понимаете, те вот эти с такими, с бородами, такие вот эти вот, я их как-то вот так вот, правда, как вот тому охраннику, но не имеет ничего такого личного, я не то, что к ним там пристаю, еще что-то. Просто у меня как-то вот к ним вот, я как, знаете, вот так вот, правда, я так вот рукой так помахнула, как Юрий Кириллович, короче, знаете, вот я как Юрий Кириллович так махнула этим теткам, сказала, в общем, кыш, короче, ему сесть надо было, он так вот, как он сказал Вергасову, он так вот в кассе они стояли, ему надо было сесть за билетами, и он так на этих женщин рукой махнул, они сразу встали и ушли, и он сел, короче. Но не в том смысле, что вот это махнуть, а в смысле, что я, вот знаете, вот так бы вот, ну честно, я вам по-честному. Я их как-то вот так, ничего там, но они, знаете, как-то вот они такое впечатление хорошее производят, несмотря вот, если вот даже мы сравним, да, мы вот сравнили даже. К ним еще относится вот это индийское, вот здесь индийское кино, потому что эти актеры из Индии на них тоже похожи. Понимаете, такая вот эта нация, вот этот мужчина там, это, не женюсь, я не женюсь, понимаете, у них что-то общее есть между этими, вот этими индийцами, индусами и вот этими восточными мужчинами. Так что вот мужчина в кепочке здесь ходил, вот это, я вот заснимала, там смотрите мои видео, вот мужчина в кепочке, примерно такой типаж. Ну и какой-то такие, знаете, вот эти вот, они какие-то вот такие вот. Так что вот. Ну не то, чтобы они все как-то, я, знаете, как-то вот так, в общем, ничего такого. Конечно, в общем, если, конечно, что-то как-то вот это рассматривать, это более как-то конкретно. Ну правда, так что вот. Так что ладно, в общем спать уже надо, значит спать. Сейчас я уже пойду спать, еще душ буду принимать, и уже буду ложиться спать, уже 11 вечера. Уже 11 вечера. С другой стороны, конечно, знаете, когда я так смотрю, знаете, думаю, так я правда как-то так положительно к ним отношусь. Но с другой стороны, конечно, я думаю, конечно, хорошо бы они бегали куда-нибудь туда. Не сюда, а туда. Вы понимаете, чтобы опасности не было, не то, чтобы они. Ну, раз они там с чем-то занимаются, ну, не будешь им что-то такое вот это говорить, что вот это, да, вот это. Ну, вы поняли, да? То есть в смысле в том, чтобы они как бы не,
как бы, ну, чтобы особой опасности не было, да, вот это вот, а там, там как бы вот это вот, ну, где-то там. То, что вот, в том смысле как-то вот так. А там как-то вот совершенно, в общем, как-то вот это. Поэтому, вы понимаете, да, к ним относятся это Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, к ним относятся наши вот это Грозные, вот эти мужчины. У меня было столько френдов из Грозного, но наши, правда, знаете, немножко там какие-то вот эти в каких-то попахах, они, знаете, такие, типа, с этими с козами из каких-то этих аулов, они немножко меня пугают, понимаете, я немножко, я подумала, это с этими какими-то домами, у них, может быть, какие-то еще взгляды какие-то, знаете, вот какие-то религиозные, такие, значит, с какими-то религиозными взглядами немножко меня пугают. Они, знаете, вот это вот папаха какая-нибудь, вот, знаете, как будто бы 100 лет назад, знаете, вот это вот, какие-то эти овцы бегают, ну, в общем, какие-то аулы, знаете, что-то там-то какие-то вот такие вот, ну, в общем, какие-то немножко другие. В общем, как-то вот так, ну, немножко непонятные, да, вот. А, конечно, иностранцы, тем более в каких-то вот этих там, шикарный, когда шикарная жизнь, вот это все, и вот эта внешность, особенно белые одежды, вы поняли, да? А какие-то вот эти вот немножко с этими козами, с этими козами в аулах, они пугающие. Я подумала, что я тут начну, тем более мои видео, понимаете, вот этой жопой в ванне, понимаете, когда вот этот дяденька в папахе, понимаете, когда я подумала, что если я сейчас вот так возьму там вот этих вот, кто у меня был в френдах, и вот эти вот мужчины с этого какого-нибудь аула, с этими овцами, с этой папахой, он там пасет этих овец, и он увидит, понимаете, что я вот это вот тут в каком-то этом эротик, вот это танго-танго, мою посуду, он вообще неизвестно, что подумает. Он подумает, у него там религия, там еще что-то, а я все, знаете, он может вообще неизвестно, что подумает. Поэтому, знаете, пугающе меня эти, в общем, их какая-то вот такая вот, вот это немножко пугающе, ну, немножко так пугают они, понимаете, их такая. И они, мне кажется, что они как-то вот, как раньше, у них какие-то застарелые, может, какие-то религиозные свои взгляды, и какое-то мое вот это хождение, вот это вот в белых вот этих, ну, вы поняли, да, очень так это, ну, как-то ламбада-ламбада, но они могут, знаете, такое там мне понаписать, в общем, не надо, в общем, мужчины, в общем, это не надо, вот это, ну, такое впечатление они производят, что для них это может быть вообще какой-то вот такой нонсенс, он так вот увидел, конечно, мне известно, то есть, в общем, как-то вот так. Так что, хотя он может также быть таким же, в принципе, каким-то вот этим, но каких-то, может быть, с какого-то аула, не знаю, даже, может, каких-то вот этих, вот какие-то папахи, козы, в общем, эти дома немножко пугающие были, но я так, ну, так я, ну, я раньше ничего такого не выкладывала, сейчас у меня такие видео, раньше что там, моя страница, там, что-то такое, там, эти, в общем, такое все, там, лакжери, там, вот это, в принципе, ну, ничего такого, я только у них спрашивала. А чтобы они мне объяснили, там 3 жены у них можно, они любят всех, все, а, я у них спрашивала, опрос я у них среди них проводила. Любят ли они, вот если у них 3 жены можно, как они считают, что, как они считают, что можно сразу 3 женщин любить. Так что вот. Кстати, кто был в теме, тот сразу отвечал. Ну вот, а те, которые не в теме, они как-то вот так вот путались в этих, в ответах. А там несколько человек были в теме, и они мне так правильно ответили, я этот опрос среди них проводила. Так что вот, ну и вообще знакомилась вообще как бы с какими-то, в общем, там, ну такие даже были какие-то среди них, достаточно какие-то известные люди. Так что вот, какие-то замминистров, наверное, еще какие-то были там по спорту. Так что вот, в общем, вот так вот. Но мои видео на вот этих вот, особенно, как уж, ну правда, вот какая-то вот такая вот эта, тем более какие-то вот эти видео, которые вот можно как-то, они, да я даже... Боюсь представить, что они могут мне написать, что уж не надо мне ничего такого писать. Так что, а вот там, смотрите, вот там, смотрите, вот это luxurious life, смотрите, вот это Саудовская Аравия, вот Арабские Эмираты, что у нас еще? Ну, в общем, конечно, в Брунее они немножко отличаются, честно говоря. Я когда посмотрела на людей в Брунее, они, конечно, знаете, похожи, наверное, немножко на Таиланд, и, в общем, у них какая-то, это как-то, я даже не знаю, как они это как-то, они ближе, наверное, к Таиланду, чисто внешностью вообще людей, вы поняли, да? То есть вот это вот, это немножко, как бы, немножко не то, но зато, понимаете,
Саудовской Аравии, у них еще древние традиции, так что вот, у них там вообще к женщинам, тем более вот в этих нарядах, особенно как я в ванной показываю, знаете, они вообще могут такое сказать, и вообще у них, знаете, поэтому такое, в общем, там вообще, как-то, в общем, законы у них такие, еще первобытного общинного строя, я бы сказала так, что-то такое смотрела, но мельком. Мельком, я вообще не знаю, судя вообще по какой-то, в 4 года меня 5 лет сама себя охраняю. Так что вот, мне уже не некогда до них там вот это пока думать. Понимаете, пока я тут думаю, пока себя захороняю, так что вот, а потом думаю, мне нужно мои деньги получить, чтобы себя захоронять. А деньги так и не шлют. А Варен Баффет мне прислал эту штуку после того, как я эротик, понимаете, я после того, как это эротик засняла в моем эринге, я смекнула, что он мне прислал сразу эту бумагу. Я подумала, что им такое эротическое еще выдам, и они мне пришлют деньги, понимаете? Я, честно говоря, решила как-нибудь вот так вот. Ну, не то, что на халяву, я решила, в общем, как-то вот это вот. А мне захоронять себя надо, так что мужчина не надо, так что не надо там начинать даже. Мне надо захоронять, я вам еще объясняю. Вообще, совершеннейшая опасность, захоронить себе надо, деньги не везут, а что делать-то? Вот, я работаю с утра до вечера, снимаю мои видео. А, конечно, у них, конечно, законы по поводу женщин, конечно, у них такие вот эти вот законы. Ну, что вам сказать? Ну, в общем, мужчина вот это, а, конечно, у них, ну, как там, я так мельком так смотрела. Конечно, все вот это вот, у них там, у женщин только то, чтобы одни глаза были. А здесь вообще вот это, вы поняли, да, вот это вот, мои вот эти вот видео, когда у них вообще принято вот это вот, только вот это там одни глаза, все остальное в черном. Так что вот, у них совершеннейшие какие-то вот эти вот, такое вот это вот. Ну, я думаю, что как-то вот, я даже не знаю. Мы будем ориентироваться, по поводу всех не знаю, здесь всего сколько там у нас, получается всего трое, смотрите, ну, в общем, как-то вот это вот, ну, короля Саудовской Аравии, как бы, не, вот, сына его, понимаете, Салмана Ал-Сауда, и племянника, вы понимаете, да? Потому что королю Саудовской Аравии столько лет, ну, вы поняли, да, вот это вот. Мы даже не будем, я даже его и не показала, ну, в принципе, я даже не знаю, что вы поняли, да, вот это вот. Как-то вот это. А здесь, в принципе, всего их двое. Так что вот, всего двое. Так что вот. А что там остальные, правда? Вот, очень милые люди, очень милые. Так что вот, один племянник короля Саудовской Аравии, другой сын. Мы на них, на двух, и как бы ориентируемся. А все остальные, я по поводу всех остальных не знаю. Я даже остальных тоже, еще и король Саудовской Аравии. Но думаю, что, в общем, вы поняли, да? В общем, как-то вот это. А больше, а кто там еще? Ну и все. Как-то вот. Так что вот. Ну и, в общем, из Арабских Эмиратов. Это Хамдан. Понимаете, Хамдан. Хамдан. Да. И Хашера. Ну, я так по-свойски. Всего двое, понимаете? Мы всего ориентируемся, понимаете, на них двоих. Хотя, если учесть, что, понимаете, там вот эта власть-то вот эта вот, понимаете, у шейха Мухаммеда, там тоже, знаете, я вообще так смотрела, поэтому как-то вот это вот, если что, ну, вы поняли, да, в общем, зависимость по вот этим там, если что скажут, но я вам потом объясню. Да, сейчас не будем, да, вот это вот. Так что вот. Ну и, конечно, пугающий султан Брунея. Смотрите, как он смотрит. Взгляд султана Брунея, он там иногда улыбается. Понимаете, так же, как у шейха Мухаммеда, понимаете, чтобы держать там вот это все держать, он такой очень вообще на самом деле, ох, вот это вот, как вот эти вот, как-то американцы-то все с этими боролись-то, которые золотые, даже не будем начинать, да? С ними там все американцы любили вот это, бороться там. В общем, такие они, понимаете, чтобы держать эту власть, они такие вот это, я вам потом расскажу. То что вот, а здесь всего их несколько. То, что по поводу остальных я не знаю. Остальные сделают вид, что не видели, короче. В ванной меня как-то, да, они сделают вид, что, смотрите, вот это вот, комплименты. А это они как-то, мы потом это вырежем, и они сделают вид, что они даже не видели. Они так скажут, а мы так вообще не видели, а мы так, а что, да, так, а там это ничего так не было, мы ничего не видели, мы так это вырежем, это все. Вот, и скажут, а так, а мы вообще ничего не видели, как они обычно так любят вот это вот. Прикидываться, понимаете? Они скажут, а мы вообще ничего не видели, там вообще все прилично. Так что вот, ну и все, короче, ну и все, там слишком матом я еще поругалась. А матом я поругалась для чего? Для того, чтобы вы ощутили разницу. Негативное, супернегативное мышление и суперпозитивное. Это для этих, на пожизненном. Я их там решила испугом, а потом, чтобы они так
по типу мою эту лекцию о благодарности и любви, они не стали слушать. Их сначала нужно делать испугом брать, а потом уже начинать говорить, иначе они не понимают. Когда начинаешь там еще, блин, таким высоким голосом что-то такое, на них это немножко тоже, понимаете, они так это до трехэтажным матом привыкли, низким голосом, трехэтажным матом и низким голосом. Им надо как-то вот это вот. Так что вот, а маты они немножко послушают, а потом вот это позитив. Так что вот, с ними как-то иначе нельзя. Ну, с другой стороны, а что с ними? С ними вообще вот это вот. Ну, в общем, как-то немножко. Ну, это я там считала вот это вот на этом, на газончике. Немножко матом. Ну, это мы тоже вырежем, скажем. А матов тоже не было. Мы там-то вырежем вот это вот, скажем. Матов не было, вот это не видели, а все остальное очень прилично. Ну, немножко там, может, я как-то возмущаюсь, ругаюсь, мы тоже немножко вырежем, вот это все вырежем. И все остальное, вообще просто все остальное шикардос, вообще просто шикардос. Так что вот. Кстати, у сына короля Саудовской Аравии тоже, конечно, лицо такое очень, понимаете, вот это вот, ну, я бы сказала, такое очень серьезное. Ну да, такое, в общем, это. Племянник даже позитивнее кажется. В общем, как-то вот так. Ну, это, наверное, какую фотографию возьмешь. Так что всего их несколько человек, ну, а всех остальных, все остальные мы там это вырежем, все остальные сделают вид, что они ничего не видели. Так что вот, ну и все, и как-то вот это, а что вы хотите? Я до сих пор еще деньги эти не получила. Еще деньги не получилось сохранить, мне надо, я вообще уже объясняю. Вообще я вот это вот объясняю. Так что вот. Ну, остальные, кстати, здесь еще 10 королей, некоторых я так вот знаю. А вот эти вот, которые в топ, я даже первый раз вижу. Особенно эти вот из Китая, из Японии. Такие лица первый раз. Вот этот дяденька из этого, как там, вот это знаю, да, вот это королевская особа. Вот так по телевизору где-то я все в этом, а вот этих первый раз вообще вижу, там, даже так посмотрела, даже нет, ну, в общем, не особо посмотрела. Так что вот, ну, что тут у нас? Так что вот, в общем, такие вот дела. Ну, Наталья Правдина, загрузила вам Наталью Правдину. Я даже не поняла. Давайте послушаем. У нас на связи главы всех регионов страны, руководители федеральных ведомств. И сегодня обсудим, как, по каким принципам будет строиться наша общая работа в предстоящий крайне ответственный период постепенного, поэтапного выхода из режимов ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Напомню, что к сегодняшнему дню все регионы должны были сформировать соответствующие планы. Сделать это на основе рекомендаций, подготовленных правительством по Госпотребнадзором совместно. Я вообще не знаю, знаете, что написано? Что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен. А 12 мая это уже завтра. Это уже сейчас наступит, через 45 минут. Я вообще не поняла. Я что-то неправильно поняла. Вообще загружу вот это вот. Загружу. Так а что, уже все, что ли? Уже можно гулять, да? Уже можно, в общем, вот это вот. Или как-то у них поэтапный выход вот этот. Поэтапный как-то выход. А потом смотрите, вот самое главное пролезть туда. Вот смотрите, Медведева, там его вот это переместили на другое место. И знаете, они там друг друга как-то вот это вот эти, если начальник, потом как-то перемещают, они там начальники, вы понимаете, как Чубайс. Там тоже, знаете, как-то Чубайс, там тоже где-то вот это затерялся, знаете, сначала там вот это, а потом там руководство сменилось, и он там где-то тоже, знаете, при вот это, при деньгах. Вы поняли, да? И Медведева тоже, знаете, вот это, он очень так вот это вот, их особо никуда, знаете, как-то они вот так вот это. Я вообще же не поняла, 12 мая уже будет завершен вот этот вот. В общем, хотите, я вам загружу вот эту вот конференцию, Так что вот. Хотела еще, конечно, вам показать то, что, ну, знаете, здесь правду особо, знаете, особенно про Дерибаску посмотрела, про
Михаила Фридмана и про Михаила Прохорова. Там в интернете ничего нету по поводу их там домов, недвижимости, машин и так далее. Но зато есть информация по поводу недвижимости Медведева и Путина. Так что вот, я даже не знаю. Ну, пишут, что Путин очень богат, там еще что-то в этом роде. Ну, тогда наверняка, знаете, наверняка это вот это вот, ну, в общем, какие-то происки врагов, наверное, это происки врагов. Так что вот. Ну, не стал уже, я думаю, знаете, мало там, неизвестно, кто это что написал, не стал вам это загружать, не стал загружать, но видела там. Там такие цифры вообще так вот приводят. Ну, знаете, откуда они это взяли, ну, понимаете, да? Так что вот. Уже понял. Смотрите, в России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика. Так что вот. Вы, наверное, уже поняли, да, что вот так вот я загружаю там какие-то, смотрю на по интернету какие-то вот эти вот, что может там эта ракета или какой-то самолет со скоростью там, не знаю, мысли, звука или там вот пролететь. Вот так. Ну, что-то там такое иногда так пишет, я даже не в курсе, как они могут летать. Я даже, вы меня спросите, с какой скоростью летает самый быстрый самолет. Татьяна Салмана даже не знает. Это как вот эти вот, которые там Ломоносов, который там что-то таблицу-то открыл, там, ну, Малцев не будет, там еще какой-то вот этот был, который на двойке-то учился. Ну, эти люди, они как бы не знают. Татьяна Салмана даже не знает, с какой скоростью летают ракеты, самолеты. Поэтому, как бы, вот это вот. Вы поняли, да? Я даже вам сказать не могу, с какой скоростью, даже приблизительно с какой скоростью они летают. Так что вот, знаю, это когда уши закладывают, когда не закладывают, это точно. Это я могу сказать. А с какой скоростью, я даже не знаю. Поэтому вот гиперзвуковая, там еще звуковая, или там какую-то скорость. У меня напиши какую-нибудь скорость. Я даже не, и вот, не смогу даже вот понять, вот такая скорость была 5 лет назад или 10. Или это кто-то пошутил. Два у меня было по вот этому, короче, как там, ну два. В школе я на два училась. Так, 2-3, короче, 2-3 на тройке. Так что вот. Ну, а у таких обычно, знаете, вот это вот, они не знают, они, как это называется, силой мысли так двинут, и оно что-то там вот это вот, вы поняли, да, ну это как вот, я изучаю вот эту науку, науку алхимия, алхимия, вот это, Сен-Жермен, алхимия, вообще вот эта трансформация вот этих неблагородных металлов, благородные вот это вот, превращение вот это вот, вот это вот, так что, ну там много всего, у меня же книжки, я вот изучаю, позитивное мышление 2002 года. Так что вот всякие там философский камень, там вот это все изучают. Может ли вот эта ракета или этот самолет лететь с такой скоростью? Они вот точно знают. Они знают, с какой скоростью он летит, и они точно знают, что с другой скоростью он лететь не может. А вот те, которые не знают, что он лететь с такой скоростью не может, даже они, даже вам приблизительно не скажут, с какой скоростью. Вы поняли, да? Эти, а наверное, они как-то каким-то образом, науку как-то вот это могут как-то поднять, или какие-то открытия сделать, или что-то такое интересное. Это творческие личности, картины какие-нибудь написать, книжки. У них эта мысль идет. Они думают, а, сейчас я напишу книжку. Этот гиперболоид, или там вот это вот по типу кошки говорящие, вот это дом волшебный. Понимаете, у них как-то мысль вот это вот идет, они думают, а, сейчас я напишу книжку. И, в общем, заработаю на этом денег. А то, что я напишу там в моем романе, как вот это вот, что там напишу, я все равно как-то особо не знаю, у меня будет в книжке написано. Так что вот. Это как, знаете, как Тесла. Он как бы вот, он же как бы на 100 лет опередил вообще все открытия, все разработки. Они у него появлялись в голове, потом он это записывал и пытался это подвести под формулы, и вообще, в принципе, он пытался это воспроизвести, как он видел это в голове, воспроизвести какими-то приборами, или током, или еще чем-то. Так что вот, я, честно говоря, однажды вот несла компьютер, я это, по-моему, только я выключила эту штуку, взяла компьютер в одну руку, а там у меня розетка, а к розетке вот это вот еще такие новогодние фонарики, новогодние фонарики не горели, и, по-моему, свет горел, или он горел, или не горел. То ли я его включила, то ли выключила, точно не помню. Но я точно помню, что когда я несла одной рукой компьютер, а он же как бы тоже на токе,
и дотронулась до вот этой штуки, получился замкнутый вот это, и меня шибануло током. Это я точно помню. Ну да, я точно как сейчас помню. Она получилась замкнута, какой-то замкнутая вот эта штука. Я так вот эту штуку, она как шибанет меня током, вы поняли, да? Ну, я так это включила или выключила, ну и в общем, ладно, я думаю, все, ближе уже как бы вот это, там это, к этим, к видео, так что вот. И вот этот Тесла, понимаете, он видел в своей голове какие-то вот эти, то, что можно что-то сделать, вот это такое, а потом он по поводу, в общем, изобретал, он это видел и пытался из того, что вот это, он как бы пытался вот это вот в реальном вот это вот делать всякие эксперименты. Этим путем. А потом он как-то записывал, что если вот это я сделаю, оно вот это, и как-то это что-то там работает. Вы поняли, да? У него много таких изобретений, там даже вот какие-то вот такие вот разработки. Не какими-то такими формулами, а он в голове, я читала про него. Они в голове у него постоянно, знаете, он в голове вот это видел, так что вот. И они у него крутились, он как-то знал, наверное, как это в реальности можно как-то что-то куда-то, что-то подключить. И вот он делал очень много экспериментов, также с какими-то вот этими... Ну, в общем, током или как-то электричеством, чем-то там еще, я точно даже не знаю. Но наверняка у него специальное образование было, он там соображал, что он сделал очень много открытий. Но очень таким очень специфическим образом. Он это в голове видел. В голове видел, и опытным путем он все там все проводил вот эти какие-то вот эти штуки. Так что вот. А если наоборот продлили какие-то меры, в общем, точно даже и не знаю. Вице-мэр Новороссийска был уволен за вечеринку с шашлыками. Так что вот, имейте в виду это. Написано, США выводят СРС патриот из Саудовской Аравии. Вообще, конечно, что такое красивое, богатое, все, что такое, вот, оно впечатляет, конечно. Знаете, класс, я сама являюсь коллекционером, вот коллекционирую стулья, которые мне нравятся, стулья. Ну, мне такая просто по баджету. В общем, такая, знаете, вот эти вот буфеты, стулья. Коллекция у меня картин, зеркал, так что вот. Все такое красивое, знаете, так сидишь, так красиво. В общем, люблю только это в Венеции, как-то вот там, в общем, как-то такой венецианский у меня стиль. Как-то вот так вот. Коллекция одежды, в общем, украшаю мои одежды. И мой Эллинг там украшал, и, в общем, мою квартиру. Так что вот.
Вот, жёнких наших взаимоотношений. Вот про что-то про взаимоотношения он хочет такое. Ну, в общем, Джонкеха. Так что вот. Вот метод Тони Робинса. Тренировка разума и тела по методу Тони Робинса. А, СМС. Чем такую музычку, чем такую легкую музычку послушаем. Сейчас посмотрю, там эта штука у меня. Мне нужно будет на эту, на зарядку поставить. Так что вот. Просто, вы знаете, я хочу сказать, что если вы еще раз решите меня пугать, например, психушкой, вы никогда не задумывались, что вы вот выйдете на улицу или куда-нибудь выйдете, и вам может кирпич на голову упасть. И вы в ту самую психушку и попадете. Сами. Так что вот, вы никогда не задумывались? Ну, вот так вот выйдете, ну что-нибудь, там вот палки на балконе на каком-то были, там вот. На седьмом, на восьмом этаже огромные палки. Вот идете там с парикмахерской вышли, а вам по башке палкой. Так что вот. Шибло голову. У вас крыша поехала. Ну и все, и вас отвезли туда. Просто вы никогда не задумывались. Будете потом говорить, там это заказать, там еще что-то. Ну, в общем, как-то вот это нужно, как-то все-таки вот это вот. Такой, понимаете, вот этот способ-то такой вот. Я же писала, вы же почитайте мою отчетку. Просто заколебали меня уже, понимаете, вот это вот. Заколебали уже со всеми вот этими там вот это. Так что вот. То есть никогда не задумывались, что если вы там что-то там запугиваете кого-то, хотите испугать, вы хотите что-то отобрать, у вас какие-то цели, правильно, есть? Запугать, что-то отобрать, что-то поиметь. Так что вот, не задумывались, что вас как-то вот это вот посадят за это в тюрьму. Так что вот, с какими целями?
если там кто-то что-то просто, вот какая вам разница, да, кого-то что-то просто, кто-то там чего-то делает, правильно? Вообще-то этот вопрос вообще, в принципе, решается, вы поняли, так как-то вот это. Просто я когда вот задумала, даже никогда не думала, даже там ухожу по 9-му году, там, ну что там уже, 9-й, 10-й, а если 12, 13, 14, 15, о, сколько лет там, даже в 16-м, сколько, 8 лет прошло, я говорю, даже задуматься не могла, что вообще настолько вот это вот, вы понимаете, да, настолько это вместо, понимаете, вместо благодарности, вместо хорошего, вы должны говорить только хорошее, должны вообще говорить только положительными аффирмациями, должны вообще только хорошее говорить. Вообще вот это вот слышать, и уже, понимаете, уже просто уже как заезженная пластинка, уже просто неоднократно, вот, и в общем как-то вот это, даже уже, в общем как-то вот это. Даже кирпич, оставим кирпич. Просто я там была вот этой психушке два месяца, там же люди эти перекошенные. Они же перекошенные от чего? Это от нервов. Это кровеносная система, это нервы, это там заклинило, это, знаете, у них что-то там, это в организме. Вы понимаете, да? Так что вот. Здесь даже это я так образно, понимаете, это просто это образ такой, что, понимаете, зачем пугать от кого-то другого, когда, в общем, как-то вот задуматься. В общем, как-то. Так что вот. Что-то в организме, определенный сбой происходит, это по типу вот этого, знаете, инсульта, инфаркта, а это только вот такой вот сбой происходит, и, в общем, короче, действует на головной мозг, вообще головной мозг это такое неизученное, Бехтерева. Бехтерева изучала, ее сын изучал, я тоже изучаю, на самом деле такое неизученное дело, это клинит в мозгу, а мозг, он вообще совершенно такой, вообще такой непознанный, так что вот и все. Здесь даже и не надо, даже и там какие-то кирпичи, палки, даже очень просто будет. Просто как бы желать кому-то, да еще неоднократно, да еще каких-то гадостей, то есть, ну, я даже не знаю, в общем, на самом деле это просто какой-то, честно говоря, по обычной жизни это просто какой-то нонсенс. И когда это повторяется, и повторяется, и повторяется, то есть, ну, это уже как-то вот это. Да что? Сами знаете, обои я отклеила в коридоре, там одно тоже, знаете, вот эти там, как там, кто-то там жил 1000 лет назад, вдруг там появляется, все там, знаете, кто-то, который вот этот вот в этой, как там, в каких-то этих годах, он там видит того, кто жил там 700 лет назад, у него там сразу, знаете, вот это вот клинит, и он так ходит, как будто бы у него голова постоянно кружится, вы понимаете, да, ну потому что он в шоковом состоянии, что он вот увидел того, кто вот 700 лет назад жил, вот он, и он в шоковом состоянии, потому что он, ну, это нонсенс, он в шоковом состоянии, он ходит как пьяный, как, понимаете, какой-то дебильный, это шоковое состояние. Я обои отклеивала, я еще тогда еще говорила, что держаться-то не буду, так что вот. И все, это вот это, короче, вот это вот, увидел,
и просто это осознать, а как это, а что это, и это клинит, и вот это вот такое вот это вот состояние, то что и все. А вы думали, что это кто? Так что вот, вы думали, что, понимаете, вот так оно все вот это вот, знаете, вот это шопится в гармонии с собой, это все так это нормально, для вас это вообще совершенно нормально, чтобы я это ничего не узнала, не увидела. Ну, издалека. Мы опять будем издалека там это, подходить к этому. Так что вот, вы посчитали, что это уже время прошло, для вас это совершенно нормально, как вот это и все. Так что, ну, вы, конечно, зря так это, зря. Так что вот, а дело там такое. Дело такое, обои у меня в коридоре были такие наклеены. В коридоре, по-моему, да? В коридоре я отклеивала такие обои. Да, в коридоре у меня такие обои были. Сама лично отклеивала. Женщина сделала мне клеили из службы 007 в 2004 году. Так что вот, этими штучками еще вниз наклеили, понимаете? Нам так, надо было этими штучками вверх, а они не знали, как вот это, как бордюрчик там еще, бордовые обои были. Еще бордюрчик. Надо было вверх вот так вот, а он немножко вниз был. Я подумала, и так нормально, как бы, и так нормально. Я сама тоже не разобралась, ну как клеить, вот так. И наклеили, короче, бордюрчик. И здесь тоже бордюрчик был, и там бордюрчик, ну, такая, эта штучка такая вот эта вот. А что вот? Ну, вообще, короче, даже, знаете, там, в двух мирах, там еще что-то, там, 2000 черным, когда я там красила дверь черным, там, черной краской, вот тогда еще декабрь был, со Сильвиановичем, декабрь, 2017 года, декабрь, так что вот, вот смотрите, 2018, 2019, и уже у нас 2,5 года, 2,5 года, и тогда еще, вот тогда уже было сказано, что там ничего нет, потому что принять они не могут, понять они не могут, принять они не могут, они идут только, ну, вы понимаете, да, не только вот это вот, дай, 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 вот это вот, хватательный рефлекс, что вот, и там, короче, в общем, тогда еще было сказано, что там ничего нет, так что вот. Потому что, ну, даже что это все написанное, вот это вот такое написанное, все просто, совершенно фантастическое, вот, и на каком-то таком позитиве это мир не принял, наверное, как бы люди не смогли это все принять, вот, и получается, что каким-то вот таким вот, таким путем, что вот. И получается так, что я, как бы, то, что я вижу, я когда вам показываю то, что я вижу, вы это, вот я вам показываю, не знаю, наверное, те, которые там граунд, они тоже это видят. На самом деле там немножко другое все происходит. Так что вот, это знаете, как смотрящий создает вокруг себя, вы знаете, как там, свою вселенную, что-то в этом роде. Так что вот, смотришь на мир глазами любви, создаешь вот какую-то вот такую вот эту вот обстановку, атмосферу и так далее. Так что вот. Еще этот спящий пророк, он и писал, что, понимаете, как там, я же читала про этого крестителя Русита, про этого Владимира, князя Владимира, что он решил, и он насильно, понимаете, он вот это казал, что религия как-то добровольно надо, а он насильно решил. Насильно, там все, голову рубал, кто не хотел креститься, он голову рубал, понимаете, о, как он крестил Русь. Я когда как посмотрела, какой жестокий был, я вообще просто была в шоке. Я думала, как-то так это все так нормальненько, вообще, да, я даже вообще не ожидала. Потому что вот, это кажется, что как-то вот это вот. Поэтому на самом деле это к чему? Предсказывал спящий пророк ужасные вещи, короче, во всем мире. Так что вот. Вы не читали, я там вам загружала. Но вы никогда не задумывались,
кошки, знаете, я сколько раз видела, знаете, там кошек. Этих кошек, знаете, вот они, вот эта кошка тоже жаловалась, вот она, знаете, вот это, они бегают. Ну уж я ж не буду о плохом, знаете, вот это. И Просперуся тогда жаловалась, что ее чуть ли не хвост оторвали. Понимаете? Вот какая сволочь хотела Просперуся мои хвост оторвать. И вообще, вот искусственный у нее хвост потом. Вот Просперуся, искусственный хвост. Ну да, мы шерсть по нанотехнологиям, хвост искусственный, потому что мы хотели обидеть Просперуся. Так что-то еще там, на Менделеевской. Ну, мать Лидочки тоже искусственная, знаете, как это называется? Смотришь, это как-то по нанотехнологиям. Наверное, как у плюшевые игрушки. Плюшевые игрушки. Так что вот. Так что вот, такие вот дела. А, вообще, знаете, такая очень интересная тема, но это потом я тему тоже разобью, понимаете, вообще, на самом деле, вообще, вот, как говорится, огромное количество стран, понимаете, во многих странах люди вообще даже не были, ну, там какие-то страны другие, ну, и чего, человек, в принципе, знаете, вот, тем более сейчас, знаете, коронавирус, люди как-то дома там, или как-то в ближайших вот этих окрестностях, так что, знаете, как-то дома, что и раунд, какие там люди, с какими общаешься, понимаете? Ну там какие-то дома вот там, ну а что вам до тех домов? Вы там никогда не были. Там кто-то живет, вы их не знаете. У них свои мысли, свой мир, вы понимаете, да? Знаете, вот как эти учителя позитивного мышления, вот ты здесь и сейчас, ну как там, жить здесь и сейчас, вот ты думаешь, ты или думаешь положительно, хорошо, или отрицательно, твой выбор. Если ты думаешь положительно, ты хорошо себя чувствуешь. У тебя, в принципе, хорошее самочувствие. Ты посмотрел какой-то хороший фильм, покушал. Так что вот. Пошел спать, отдохнул, в спокойствие. Пообщался с кем-то приятным, вы понимаете, да? Ну, в каких-то коронавирусах, там, в магазин сходил, там, ну, в магазин, или там, в аптеку, ну, или просто погулять. Как Рома сказал, что он вечерами гулять ходит. Понимаете? А если вы выбираете что-то плохое, понимаете, если выбрать что-то плохое, желать там кому-то, кто-то в каком-то доме, например, живет, и вы начинаете, например, вы увидели, у кого-то там какая-то машина навороченная, и вы вот начинаете плохое желать вот на эту машину. Вот сидите и желаете кому-то, непонятно кому, плохое, что у кого-то там машина, а у вас такой машины нет. Но кто из-за этого пострадает? Так вы сами в первую очередь пострадаете. Потому что вы это думаете. Одно дело, вы думаете по существу. Одно дело, там вас как-то обижают, унижают. Понимаете, вот это, пристают. Или там еще что-то, понимаете, вам нужно как-то в работу найти. Или какие-то проблемы решить, у вас долги там по коммунальным платежам. Потому что что-то делать, решать, понимаете, решать проблему. Понимаете, вот это, писать. Как Рома сказал, вот нужно водоканал писать. Если канализации воняет, водоканал пишите. Если на вас как там вот, вас обижают, не знаю, пишите в полицию. Понимаете вот это? Ну, какие-то вот эти. Если у вас нет работы, хорошо, ищите работу по интернету. Повышайте свой уровень образования, учите английский язык. Так что вот. А если вы будете кому-то в непонятно каком-то доме, непонятно кому желать плохого, потому что у них есть машина, а у вас нету, и будете это прокручивать, понимаете, желать всяких гадостей, а это будет крутиться в вашей вот этой микрокосмической орбите. Вы поняли, да? В вашем организме вот это все будет крутиться. Поэтому эти учителя позитивного мышления говорят, что нужно думать о хорошем. Ну, конечно, знаете, постоянно вот это о хорошем, какие-то вопросы, проблемы нужно, да, решать. Решил, забыл. Ну, в смысле, не думаешь об этом. А думаешь о хорошем? Занялся, не знаю, спортом, прогулкой, покушал, книжку почитал, посмотрел что-то, язык изучаешь, там английский, я не знаю, какой-то еще язык. Так что вот.
накручивать себя, что у тебя этого нету, а у того это есть, это может тебя накрутить, потом еще какой-нибудь коронавирус, потом вот это посмотришь, что-то плохое там, вот эти в масках, потом это какие-то ужасы будут как-то мерещиться. И все, человек себя накрутил, потом там вышел кто-нибудь нахамил, он опять себя накрутил. Так что вот. Зачитывала. Смотрите, думаю, что хорошо, денег нет особо, ну машину такую, ну вот когда я куплю себе такую машину, где денег таких возьму, ну по обычной жизни, когда там навороченная машина, да, скажешь, ну, в общем, чего там, по книжке «Секрет» представляешь, что у меня эта машина есть, и, в общем, ну, в общем, конечно, можно, кажется, сокровищ, там, машину, в общем, как-то, я уж тоже пожелала, знаете, пожелала эту машину, как она называется, Мацерати, какую-то вот это, Ламборджини, эту Ламборджини, эту черную с такими открывающими штуками. Я решила, что я так разбогатею, что у меня это будет Ламборджини, короче. Потому что я богата. Она была у меня на карте сокровищ. У меня до сих пор этой Ламборджини нету. Я же не знаю, как правильно это произносить. У меня до сих пор этой машины нету. Уже много лет прошло. И что, по этому поводу расстраиваться, что ли? Просто смотрите, вот я вам зачитывала из того, что можно. Смотрите, вот там прикасаться, найти себе, не знаю, там, помониторить кого-то приятного. Ну вот, или там где-то там, кто-то там, не знаю, там, замужем, женат, у кого нет, с кем-то познакомиться. Ну вот, книжечку изучить, понимаете, вот как, смотрите, прикосновение с любовью. Вот там, поцелуй с любовью, еще что-то, из того, что можно сделать хорошего в своей жизни. Вот книжку вам зачитывала, вы понимаете, да? Еще раз нужно будет, еще раз, я там, очень-очень умные вещи там написаны в этой книжке. Так что вот, там вот эти прикосновения с любовью, потом эти поцелуи с любовью. Когда ты прикасаешься с любовью, там эти прикосновения с любовью, поцелуй с любовью, это дающие энергии, а если как бы, если наоборот, как бы вот этот вампиризм, когда наоборот человек вот как бы так вожделеет и хочет наоборот забрать, очень дело энергию наоборот, понимаете, тогда энергия утекает, а так она умножается. Так что вот, в общем, на что-нибудь такое вот обратите внимание, там нужно, о, тантра, йога, там все как-то очень много, ну, в общем, как-то очень много и как-то не совсем все понятно. А здесь как-то вот конкретно так вот. Пару предложений. Понимаете, как-то сконцентрироваться. И думаешь, ну, в общем, как-то вот что-то там такое хорошее. Представляете, вот это вот. Вот люди, наверное, прогуливаются за ручку. Я думаю, такие милые, я столько даже и не видела, что за ручку гуляли за все 30 лет, а если за год прогулялись за ручку. Я только пример вам что провожу. От того, что вы будете думать, что там такой машины нету, ну, хорошо, карта сокровищ повесить там как-то, не знаю, пожелать, в общем, как-то это позитивненько. В общем, позитивненько, как тебе учить? Нужно к этим, если у кого-то что-то есть, у вас этого нет, нужно к этому позитивно относиться, к этим богатствам и сокровищам, позитивно. Тогда, возможно, они каким-то образом и к вам притянутся, ну, в какой-то мере. Так что вот. Макароны. Вот учиться макароны есть с удовольствием. Короче, вот так макароны с соевым мясом и с чем-то еще есть с удовольствием. Положить, например, на красивую тарелочку, оформить. Что-нибудь там такое. Вот и на самом деле, и в общем, как-то так вот, немножко так скромненько. Я же вам показываю, что вот жить в стиле кайфа, без допингов и плохого настроения. Сама учусь. У Светланы Ермаковой в школе очарования, потом это Натальи Правдиной. Ну и у многих там таких вот, там это Норман, Винсент Билл, Джозеф Мерфи и так далее. Вот я там все говорю, что я стипендиат с Михаилом Фридманом, что там вот эти вот 3 миллиона долларов, вот стипендиат. Каждый раз эту штуку показываю. Может, я, конечно, плохо впитываю эту бумагу, но вот расстраиваюсь, что у меня этих, кто-то там, 3 миллиона 159 247. Так что вот, вот сколько раз я уже сколько лет это показываю, вот что думаете, меня это как-то расстраивает, что у меня это нету. Конечно, я знаю, что нужно, конечно, вот долги по коммуналке нужно заплатить, деньги на жизнь должны быть, в общем, в принципе, должен быть какой-то вот такой запас, в общем, конечно, вот это вот, да, это вот, конечно, вот это электричество, вот это, вот думаю, я, в принципе, честно говоря, так это, в общем, расстраиваюсь, если я, что уже столько, вот это, прошло 4 года,
а до сих пор, понимаете, вот это все написано, а и тот тоже грант. И, конечно, вот там вот я более как-то вот это вот, ну, понимаете, вот это вот, расстраиваюсь я, расстраиваюсь или нет? Конечно, вот это вот, в связи с моим написанным этим лайф-журналом, конечно, нужно получить денежки, а в принципе, я вот думаю, конечно, знаете, вот так вот, и знакомиться с богатыми, знаменитыми, вот, и вообще, честно говоря, какой-то продукт, знаете, какие-то видео там, еще что-то, кирпичи или картины, еще что-нибудь такое, какое-нибудь, что-нибудь такое, себя вот как-то двинуть, как вот эти вот великие, ну, какие-нибудь, знаете, кто-то какие-то скульптуры делает, какую-то картину пишет, скульптуры или книжки, ну книжки вот это, ну чем-то, знаете, себя двинуть как-то вот среди этих богатых и знаменитых. Потому что когда уже есть имя, уже это как-то расхватывается, понимаете, у тебя уже имя, это расхватывается, это дорого стоит, ну вы поняли, да? Как-то себя пропиарить и как-то вы поняли, да, и уже, поэтому я и занимаюсь. Это и фотографии, вы что, арт-фотограф, арт-дизайнер, модельер, блогер там, и одежду, думаю, и книжки, если не это, то вот это. Если не вот это, то какой-нибудь детектив. То есть, ну, в общем, знаете, как-то вот это вот, вот это. Так что вот. Я даже ни разу даже не расстроилась по этому поводу, что я даже этих денег не получила. Честно говоря, сколько раз я показывала, то мне даже некогда было подумать. Мне некогда даже было расстроиться, что я эти деньги не получила. Правда, честно вам говорю, ни разу. Я, когда если я начну с этого сначала читать, сначала почитаю вообще вот эти, как называется, вот этот вот, когда я начинаю читать вот эти вот ассоциированные палаты, Гарри Вебер, вот эти вот юрисконсульты, и вообще какой-то английский суд, и вообще там вот это вот, это заверено, понимаете, в этом в английском суде Лондон. Я вообще просто, у меня такое состояние, что я у меня такое чувство, что я уже как бы, вы поняли, да? Уже точно уже это, бутылку коньяка точно выпила. Как-то так я, в общем. А если я начинаю это вообще прочитывать, понимаете, вот этот адрес, потом я промониторила, что это вот это вот. Когда я представлю, что у них эти пятерочки, потом вот эти перекрестки, такие объемы, а потом их водоканал. Кстати, водоканал принадлежит Михаилу Фридману. Я буду ему писать. По-моему, водоканал. Нет, водоканал, вот это вот наше водоснабжение у него куплено. У него, кстати, в корпорации вот это водоканал, у него куплено вот это вот. Стратегический объект, между прочим, я не знаю, как его продали. И мы вот эту всю воду петербургскую продали, у него это куплено, между прочим. Его вот этой корпорации. Я мониторила вот это, у него куплено вот это. Этот водоканал. Я даже не поняла, почему они не могут нам отремонтировать канализацию. Так что вот, я когда начинаю вообще вот это читать, понимаете, я промониторила вот этот адрес, вообще посмотрела, и когда начинаю думать, сколько там одних магазинов пятерочка, потом вот это перекресток, умножаю на районы, на города, понимаете, а у них что, это по всей стране, а потом банки. Я вообще как начинаю прикидывать эти объемы, вы поняли, да, я даже просто теряю. Просто я даже не дохожу до этих цифр, которые, в общем, здесь написаны. Я вот это вот, я там читала что-то еще там, у них нет особенно, ну, по магазинам, я так знаю, там еще что-то, вот это, много там всего. Ну, это как бы корпорация, как это называется. Понимаете, вот это, чем они занимаются? Ну да? Потом мы дальше идем, вот эти палаты ассоциированные, Гарри, чего там вот это, ну да. А каким языком здесь написано? Да, еще Гарри Вебер, вот это, палаты вот эти ассоциированные, юрисконсульт, вы поняли, да, вот это все начинаешь читать, потом эти штампы, эти подписи, эти штампы. Потом я когда вот концентрируюсь, что это Михаил Маратович Фридман, один из этих из списка Forbes, я даже до этих цифр еще даже не дошла. Может быть, когда я до этих цифр дойду, я эти цифры получу. Просто, когда я начинаю подниматься по этому листочку туда, понимаете, когда начинаю там что-то смотреть Михаила Фридмана по интернету, понимаете, смотреть его какие-то интервью, потом это мониторить, понимаете, смотреть, там, сколько денег вообще, чем они занимаются.
потом понимаю, что насколько там серьезные люди, раз они добились такого успеха. У меня такое чувство, что я уже две бутылки вина точно выпила. Нет, ну правда, то есть я не то, что я не в прямом смысле, а честно говоря, я просто по такому какому-то вот этому ощущению. Понимаете, когда вот это вот, когда я вот так вот думаю, я даже вот до этих цифр за эти 4 года не успела даже как-то и расстроиться. Я вот, честно говоря, по обычной жизни, я так, а потом я как-то спускаюсь к обычной жизни на землю. Понимаете, как-то вот спускаюсь на землю, с небес на землю я спускаюсь, и когда я начинаю вообще смотреть Михаила Маратовича Фридмана по интернету, и что там вообще написано и так далее, и что я с ним являюсь стипендиатом, понимаете, у меня даже до этих цифр, я даже до этих цифр еще как бы и вообще не дошла за 4 года, вы понимаете, да? Я как бы вот, я не знаю, я когда-то хотела написать книжку и преподавать науку счастья для богатых. Но я даже не ожидала, что я могу стипендиатом. Я правда, я ездила на этом зеленом Жорже, вот этот Доджи, расклеивала, вот это, посылала этим американцам, я хотела этим богатым, зажиточным американцам преподавать позитивное мышление, развлекать их, чтобы они не платили за это. Я хотела, ну, признать, я могу так это развлечь, вот это все рассказать, очень в красках. То вот я решила, что они, у них деньги есть, они скучающие, я их развлеку. На этом я заработаю, потому что мне это нравится. Так что я по тем временам, я хотела быть, конечно, богатой, как Билл Гейтс, но я даже и не рассчитывала, вы понимаете, да? Я подумала, где Билл Гейтс, где вообще я там, вот эта квартира, вообще все такое, вообще мои двойки, вообще, короче, вот это как-то, ну вы поняли, да, и как бы, я даже как бы не ожидала. И когда, в принципе, я спускаюсь на землю, я опять поднимаю вот это вот туда взор, понимаете, и что в этой бумаге написано, что я стипендиат, понимаете, вот я как бы, а потом я смотрю этот список Forbes, понимаете, я даже до этих цифр, правда, я только начинаю только думали, а здесь еще, по-моему, еще Лондон еще написан, еще лондонский вот этот написан, вписан, эти палаты, Чемберс, вот этот Тенсфорд, Чемберс, я вообще просто, понимаете, я вообще на самом деле, когда начинаю вот это все это рассматривать, я до этих даже цифр еще как бы, в общем, даже еще как бы и расстроиться не успела, то я до них даже особо и не дошла, в общем, как-то вот это вот. Так что вот. Ну, не в том смысле, что, ну и правда, я хочу сказать, что вот это вот. Потом другую тоже бумагу вот эту вот берут уже, там вот это, таким все языком, как вот это клятва соглашения конфиденциальности. Тоже эти палаты, да, вот это на самом деле. Так что вот. Я вообще, честно говоря, знаете, как-то, когда спускаюсь на обычную, вот как-то все из себя, как-то на землю, когда я спускаюсь, я так честно, вот хотела, когда вот каких-то вот этих, на землю, когда я спускаюсь, правда, я когда начинаю думать, что меня знает Михаил Марат Фридман, а он, понимаете, в этом списке Forbes. Я вообще, честно говоря, думаю, я книжку написала, еще как-то, в принципе, ну да, там что-то вот это вот, но я даже, понимаете, знаете, мало сколько, знаете, сколько народу вообще в мире, вот это вот, чтобы вас знали такие, а я какие вам фамилии озвучиваю, если они все меня знают. Честно говоря, по обычной жизни, так я вообще просто, я даже, в общем, как бы, вы поняли, да? Я даже, вот, одно то, что вот, я даже говорю, что хотела, правда, там, в Америке, думаю, там, где-то дома, я все видела, думаю, ну, они там скучающие, наверное, как-то деньги есть, думаю, как-то, в общем, ну, какой-то, в общем, там, в общем, какие-то такие тарифы, в общем, это очень такой бизнес, или здесь в России, в общем, очень на позитиве. Но потом как-то все, в общем, по 9-му году книжка не пошла, и как-то все это вот это. А я, в общем, конечно, на таком позитиве хотела, конечно, что-то такое хорошее изображать, по типу такого позитивного театра для них, поднимать им настроение, рассказывать об этом, то, что я знаю, то, что я читала. Ну, очень много, ну, хорошее, все такое хорошее, ничего плохого, только хорошее. То, что я узнала из этих книжек, тоже с Мерфи, там, из этих текстов, там, по Наталье Правдиной, ну, ориентировалась на какие-то такой средний класс и богатый. Я подумала, что, ну, в общем, как-то вот так. Такое необычное очень даже предложение, оригинальное, да, я подумала, за которое они могут как-то вот это вот заплатить. То есть, ну, это вот по 2008 году это было, по 2007-2008 году.
Так что вот, и Перри тоже мне говорил, что мне должно получиться, он знал еще мои такие таланты, знаете, когда я, в общем, как-то впечатлюсь, особенно там, начинаю там о любви, о благодарности, вот такое время любви, там вообще, ну, такие любимые вообще темы. Так что вот. Так что, честно говоря, когда я начинаю вот это опять изучать, я опять поднимаю мой взор, и когда я начинаю там в интернете вот это смотреть, думаю, что из этих всех вообще людей в мире, вот как-то вот это, вы понимаете, да, у меня такая бумага, и я как-то ее показываю, я даже не успела даже по поводу этих денег даже расстроиться. Не то, что как-то вот это вот, я так иногда, ну и не так часто, как бы, да, раньше вообще как-то особо так она лежала, я особо это не показывала. Ну, так она лежала у меня вот это вот, вы поняли, да? Вы поняли, да? Ну, если учитывать, конечно, все там написанное и так далее, то есть какой-то там немножко такой другой расклад, но я себе как-то вот так вот ближе вот это, ну, а если, конечно, какая-то там или опасность грозит, или еще что-то, тогда я уже, знаете, как-то вот это уже начинаю, вот это вот думаю, а тут как бы так, минуточку, секундочку, то есть вот, короче, бумаги заслали, я их показываю, сама не написала, так что вот это вот. Ну, в общем, не надо, короче, знаете, все вот это плохое, оно где-то там, вы поняли, да? Потому что и мне эти бумаги вот это вот прислали, я вот это подписала. В общем, короче, вот это, давайте вот это, то есть вот это вот. И я, ну, поэтому я показываю, с чистым сердцем показываю. Так что вот. Потому что когда я говорю, что я только начну туда вот это, как я смотрю там, я когда-то смотрела, чем они это все это владеют, а если банк, если представить себе это Альфа-банки, все эти магазины, а там же еще что-то такое, когда я начинаю все это читать, я вообще даже, вы поняли, да, я даже не знаю даже, что и сказать по этому поводу, эти вообще объемы, я вообще все вот это, потом я начинаю думать, что это понимаете, это создать, это руководить, это какие объемы, а удержать, потом, знаете, когда я еще думаю, это все удержать, как это, знаете, вот это еще круто держать надо, об этом не надо забывать, но об этом я не особо не вот это вот, так что вот. Ну и по той бумаге, честно говоря, когда подумаю, что Варрен Баффет там вот это смотрит, что я каждый день да, говорю по много раз, что я жду вот эти деньги, я подумала, я, наверное, уже просто там с этим, ну, а потом думаю, вот эти подписями, я подумала, знаете, эти люди, они гордятся, что они какие-то грамоты получают, тем более, знаете, такие деньги, я решила это показывать, по типу, знаете, вот этой аффирмации, получила, короче, эту бумагу, я решила ее показывать, хотя там, думаю, так смотрят, наверное, и думают вообще вот это просто вот. Ну, вы понимаете, да? А я ее решила показывать, думаю, бумагу заслали. Короче, я выясняю, бумагу написали, бумагу заслали, я ее, знаете, как вот это вот. Думаю, все, эти 10 миллионов долларов, я уже получаю благодарностью, короче, все показываю. Короче, ничего не знаю, еще буду выяснять. Я, знаете, вообще как показываю по типу такой аффирмации, но мне правду ее прислали, а что? Я поэтому ее каждый день показываю и говорю, по типу, что мое подсознание должно знать, что это сертификат мне уже прислали, 10 миллионов долларов, я его ожидаю. Ну и, в общем, как-то вот так, по типу этой аффирмации. В общем, себя как бы программирую на эти деньги. По типу чека. Ну, а что-нибудь, знаете, другие-то вешают какую-то грамоту. Я там вот это, а вот эти бумаги я поэтому показываю. И стала поэтому по много раз показываю в день как-то вот так вот. Хотя там думаю, наверное, они просто, знаете, эти мои видео думают, ну это вообще, знаете, конечно, вот это вот. А что делать-то? Что делать-то? Ну и как-то вот это вот. Правда? Честно говоря, уже, конечно, я потом уже потом дело принципа выяснить. Потом я же, конечно, решила, что я уже настоящих найду. Ну, чем в Америку все равно ехать там. На 50-сыскин Road Bluefield, Connecticut, там с Перри, там у меня не просил документы, чтобы переоформить дом. А потом уже дело принципа. Я подумала, раз эту бумагу заслали, там нужно, конечно, выяснить. Найти, короче, Билла Гейтса, Варрена Баффета, и, честно говоря, выяснить. И, в общем, как-то, честно говоря, поинтересоваться вообще вот это. Ну вот, а потом я подумала, настоящих найду, так а потом, если что, буду вообще говорить, я вообще с ними знакома, понимаете, да? А потом я вообще решила, буду эту бумагу показывать, потом буду их искать, понимаете, а вот это вот найдешь, а потом будешь говорить, что я вообще с ними знакома, представляете, вот это вот? Потом вообще буду говорить, я такая вот это вот, я с ними вообще знакома лично, понимаете, да?
А где мне предоставить такая возможность с ними зазнакомиться, если я эту бумагу показывать не буду? Так что вот, я потом так решила. Я с этой бумагой вот это и все скажу, вот, вот это, да, представляете, потом вот это вот скажу, я с ними вообще разговариваю, с ними лично знакома, представляете, вот это, да? Я потом так решила. Ну, с этой бумагой там, а потом уже что-нибудь там такое, себя так попиарить, это скажу, вот эти видео, да, я вот со Славой сейчас с вами переписывалась, там еще что-нибудь придумала. Что вот? А представляете, вот что буду потом говорить, что лично знакома. И с Биллом Гейтсом, с Вайлом Баффетом, да и еще вообще там да, список там, да, с Forbes. Так что вот. И все. А тут предлога у меня не будет. Понимаете, если бумагу не буду показывать, то предлога не будет. Так что вот. А у меня прекрасный предлог, и все это выяснить. Так что вот. Ну да. Я так решила, поэтому когда мне говорят, а, какая-то фигня, вас там это обманули, я подумала, ну, короче, я уже так привыкла к этому, к этой бумаге, вот к этому сертификату, что, в общем, как-то я уже к нему привыкла, эти штампы, потом выяснила, кто эти штампы вообще напоставил. В общем, вот это вот, я уже как-то, знаете, так это напривыкла, вот, и, представляете, вот так, и потом подумала, вообще вот так потом вот это вот, или как-то заснять, или еще что-то, скажу, лично знакомо. Представляете? Да, они вообще там в этом, вообще в этом, в американском, вообще в топе вот это, вообще в тройке или там, вот еще в этом Форбсе. Так что вот. Поэтому я, знаете, когда это как-то, я, честно говоря, особо не реагирую, когда там Дима говорит, что там, ах, это все это ерунда. Ну, я думаю, так... Как там это учат? Без любой какой-то вот это нужно эти благоприятные возможности. Это, почему? Выйти благоприятные возможности. Так что вот. Ну и все. Так что вот. Там даже на новое имя, в общем, как-то на новое имя. А потом я уже посмотрела, столько желающих, которые хотят, понимаете, претендующих на такие деньги. Вы поняли, да, вот эти претендующие на такие деньги немножко завелись, у меня вот этот сертификат. Сертификат немножко завелся. Я ничего не придумала, там у меня там и другие там, вот, понимаете, там вот кому я там рассылаю, там, да, не знаю, там Натаниэль Ротшильд, там, Олег Дерибаска, Михаил Прохоров, они же ничего такого не присылали, хотя этот правитель Дубая мне присылал такую вот штучку, типа вот это вот, заполнить вот такую штучку, чтобы быть, в общем, как-то вот я вроде ее не заполнила, я не заполнила и не выслала, так что, и кстати, Также племянник короля Саудовской Аравии тоже мне присылал имейл какого-то мужчины, тоже какая-то там типа какой-то фонд или еще что-то. Прислал мне какой-то имейл. Было такое дело. Присылал мне. Так что вот такие вот дела. А потом, с другой стороны, здесь, наверное, еще такая штука играет роль. Потому что если это и правда, вот все эти богатые знаменитые люди, если правда, это когда спускаешься как-то на землю, то есть когда, понимаете, вот это, когда в принципе собираться больше, чем 10, как бы вот это, вы понимаете, да, конечно, вот это как бы ФСБшники и все, это вообще могут быть, конечно, определенные какие-то в принципе вопросы, понимаете, могут быть в принципе определенные вопросы, поэтому здесь как бы немножко так это, ну и правда, а что, я в принципе так это особо. Ну, переписывалась, да, мало ли там, понимаете, такая вот эта штука, ну, может, это фейки, там, не фейки, в общем, что-то там такое. Может, это вопрос как-то еще немножко не решился, или для этого нужно какие-то, нужно знать какого-то такого богатого и знаменитого, чтобы это, эти как бы отошли, вы понимаете, да, как-то вот это вот. Потому что, а так, наверное, какой-то вот этот, ну, да, кто там знает, фейки, не фейки, поэтому, наверное, какая-то вот такая вот тема идет, этих фейков, я даже не знаю. Но лучше бы, конечно, мне привезли мои деньги. Наличными это было бы, наверное, намного лучше. Потому что если вам по обычной жизни такого вообще, наверное, не быть не может. Я фамилию, которую вам озвучила, по обычной жизни такого вообще не быть не может. Это точно.
Так что здесь даже и мы обсуждать не будем. А так, конечно, могут быть какие-то вот эти вот вопросы у тех, которых по типу, вы узнаете, у них какие-то сведения, мы поняли, да? Так что вот здесь тема-то такая, может быть, не то, что там террористы, а наоборот, тема такая, что, короче, одни какие-то вот эти вот сознакомиться с ними с определенными целями. Вот здесь какая вот эта опасность от тех, кто может вот это вот. Поэтому как бы вот это вот. То есть вот какая. А те, конечно, тоже как бы вот это вот. Ну, в общем, как-то вот так. Поэтому я и сказала, я написала, чтобы там Антон уже готовился и убирался. Есть секретный материал. Так что вот. Чтобы когда я пришла, там стояла, что такие телефоны, там что-то, ну, не то, что там я буду, да, вот это вот. А в смысле, что-нибудь такое я могу написать, что я, знаешь, что такое видела, да, вот это вот. Чтобы я ничего такого не написала. Ну, в моем лайф-журнале, чтобы не было там никаких разложенных этих секретов. Так что вот. Потому что, ну, мало ли, что он такой, нет, обычно, когда я не буду там, конечно, что-то вот это вот. Ну, я там вот увидела номер телефона на машине, я написала. Так что вот. А так, чтобы не было ничего вот это вот разложенное. Не было ничего разложено, никаких секретов. Чтобы там никаких секретов не было, ну, и все, короче, нормально. А зачем секреты? Ну, секреты не надо, просто мне нужно замок этот внутренний поменять. Мне же дали 20. Так что вот. Ну все, ближе, в общем, к этому. Помыться, в общем, на самом деле, помыться им. Помыться им уже спать. Там нужно еще показать. Комнату сейчас покажу. Комнату покажу, и раунд уже покажу там. Себя покажу, комнату и раунд покажу. Так что вот. В общем, засняла здесь кучу видео, буду сейчас загружать. Сначала, наверное, кого-то уже посплю. Так что вот, потом уже буду загружать. Такие вот дела. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфуддин, это я. Красотка, богиня, звезда, просто фея. Вот здесь у меня проветривается. Погода шикарная, у меня здесь проветривается. Так что вот, такие вот дела. Александра Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество, фамилия. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. В общем, живу в этой квартире 30 лет, 24 года постоянно. Так что вот. 47 лет, рост 1,75 м, брендирую себя. Это мой life journal. Вот такие вот дела. Сейчас здесь вам покажу. Здесь у меня уже высохла моя эксклюзивная одежда. Так что вот. Вот такие вот дела. Ну и в любом случае, как я уже писала неоднократно, каждый раз пишу в моем брендировании. Так что вот, что помогает мне создатель неба и земли. Так что, в принципе, в каких-то таких вопросах я, конечно, что там, переживать или расстраиваться, я надеюсь на создателя неба и земли. Так что вот. Вот такие вот дела. Ну, я имею в виду как-то и в финансовых вопросах. Ну, и в частности, знаете, когда там вижу такие вообще цифры, там, 10 миллионов долларов или там 3 миллиона долларов, ну или вообще как-то вот это вот. Я когда-то давно, я уже говорила, почитала я в книжке Джозефа Мерфи, там было написано, чтобы как-то не беспокоиться, его жить вообще спокойно, вот. Ну вообще, знаете, как в этих умных книжках пишут, передайте свои проблемы в руки Господа. Ну, в общем, какая-то есть цитата из Библии, очень хорошая, вообще книжки, очень замечательные Джозефа Мерфи.
Так что вот их особенно полезно читать, честно говоря, так это полчасика перед сном, ну или два часа, ну кто хочет. Так что, ну хотя бы, знаете, что-то вот такое полчасика, то есть на самом деле очень такие, очень мудрые, очень такие глубокие, там можно, знаете, абзац, два абзаца, три абзаца почитал и подумать на какие-то такие, в общем, мысли. Так что вот, очень, очень хорошие книжки, замечательные. Так что вот. И там в этой книжке было, во-первых, я вам говорила, омолаживаться в косметическом кабинете Бога ночью. Я даже это, знаете, когда я что-то такое читаю, я это подчеркиваю, выписываю, а там много всего такого очень интересного. Я думаю, надо же, я бы сама до такого не додумалась. Вы понимаете, да? Это во-первых. А во-вторых, там тоже было в какой-то книжке написано, что как бы передайте как бы ваши финансовые дела в руки Господа. Ну, это своими словами говорю. Ну, имеется в виду создателя неба и земли. Так что вот, чтобы не беспокоиться. Так что вот. Ну, это, знаете, как-то вот чисто, наверное, как-то вот так вот мысленно или как-то вот так вот уже. Ну, в общем, как-то это нужно понимать. Ну, и там различные такие научные молитвы. Я же вам зачитывала. Так что вот, я подумала, как классно. Так что вот. Ну, это, в принципе, я так понимаю, что рассчитано на каких-то таких вот, имеется в виду, конечно, ну, я, в общем, как-то, я так думаю, на каких-то честных, таких вот порядочных людей. Так что вот, ну, чтобы как-то, знаете, захоронять, чтобы какие-то мудрые мысли были, мудрые советы как-то вложить, чтобы это сохранить, чтобы не потратить, в общем, эти деньги. В общем, в каком-то таком смысле. Так что вот. Очень много интересного. То есть совершенно там, даже несколько книжек было, открываешь, там совершенно просто кладезь каких-то вот таких вот, ну, а некоторые фразы, это просто, знаете, просто шикардос. В общем, и как-то, знаете, вот, их вот так вот выхватываешь из книжки, подчеркиваешь, начинаешь думать и думаешь, это ж надо, почему я не додумалась до этого как бы раньше, и вообще насколько вообще это может быть и полезно, и практично, и в общем, ну вы понимаете, да, также какими-то страхами, сомнениями, ну, в общем, как-то что-то там такое, ну там очень много всего в этих книжках написано, ну я вот, так, вот конкретные такие примеры привожу просто, так что вот. Потому что, с другой стороны, тоже нужно понимать, понимаете, даже 3 миллиона долларов, а 10 миллионов долларов, представляете, это какие деньжищи. Если вот и учитывать, что вот эти соседи начали мне барабанить по двери, а вы понимаете, если я вот такие даю анонсы вообще, что я такие деньги жду, то есть вы понимаете, что вообще в принципе-то, если вот так вот, если вообще даже подумать, что насколько это может быть, это нужно захоронять, это нужно настолько себя вообще, то есть, ну, как вот говорят, то есть, в общем, на самом деле, если начать с какой-то другой стороны думать, то есть это нужно как-то вот это вкладывать, с умом распорядиться вообще такими вообще, в принципе, вот так вот деньгами. Так что вот. А потом, если я вообще говорю, вот такая вот ситуация, потом, знаете, так вот получил 10 миллионов долларов, там, как говорю, 80% на мою счастливую жизнь, вообще, в принципе, какие-то огромные деньги взяла, вложила. Вот и понимаете, что уже, понимаете, уже собственник там или собственность, или какая-то недвижимость, понимаете, уже, понимаете, ощущаешь, что у тебя это недвижимость, а есть же наверняка, поэтому, знаете, их немножко матом пугаю, понимаете, вот этих как-то, которые могут охотиться за моими вообще вот этими. Так что вот, ну вы поняли, да, ну, в общем, как-то по обычной жизни это сразу какие-то вот эти по типу вот у нее там недвижимость и так далее, ну, меня понимаете, да? Поэтому, наверное, в каком-то таком смысле, когда говорят, что, в принципе, когда у человека большие деньги, как Хакамада говорит, что она больших денег не хочет. Наверное, она понимает, что большие деньги, это по советским, по российским, советским меркам означает, себя нужно хорошо сохранять, иметь какую-то такую охрану, там, охранную фирму или знать каких-то людей, иначе, ну, вы понимаете, да? То есть это не просто так. Так что вот, все-таки это не Америка, я не знаю, что там в Америке. Так что вот, поэтому, знаете, Хакамада, в принципе, она говорит, что вот она работает, зарабатывает столько, чтобы ей хватило на какую-то такую достаточно luxurious life. Luxurious life, чтобы, в общем, как-то вот это вот. Так что вот, и как-то она говорит, что больше, как бы, больше ей не надо. Ну вот, но с другой стороны, понимаете, если много работать и вкалывать, и, короче, ну, очень много работать, потратить много сил, а потом неизвестно, что с этими деньгами, это одно. Но с другой стороны, если эти деньги
как бы, ну не то, что там легко даются, то почему бы не заработать? Так что вот, а если, конечно, это нужно в 10 раз больше работать, это уже, конечно, другой вопрос. Тогда уже понимаешь, зачем я буду в 10 раз больше работать, в 10 раз как бы вот это вот, я лучше отдохну, я лучше займусь своим здоровьем. Вы поняли, да? То есть, в общем, как-то вот так. Но она так очень вкусно говорит о том, что она, в принципе, живет комфортно, зарабатывает достаточно, ну вот, занимается любимым делом, и, в принципе, достаточно такая известная. Так что вот, слушаю я ее лекции, очень-очень интересно. Так что вот. Ну, такие вот дела. Что вот. Потом, знаете, я, честно говоря, когда думаю вообще о таких-то каких-то известных, богатых людях, и, знаете, если есть возможность так вот посмотреть вообще, какие они в принципе, ну, вот, а если говорить вообще о королевских особых, знаете, они о себе какого мнения, ну, это во-первых, ну, и в принципе, вы знаете, я сейчас в принципе привыкла, особенно как-то вот, в принципе, думаю, знаете, с такой позиции я думаю, знаете, с позиции, знаете, как в книжках пишут, дающий, а не берущий, я как бы, когда вот так смотрю, я думаю, вот что хорошего, в принципе, я могу сказать или предложить. Так что вот, ну там, не знаю, предложить, поддержать, что-то хорошее сказать. Ну это из того, что если как-то ближе к обычной жизни, понимаете, вот это вот. А не то, чтобы вот не с позиции, чтобы что-то взять, попросить и так далее. Ну у меня так мозг работает. Так что вот. И когда я смотрю на такие фамилии богатых и знаменитых, я когда смотрю, даже думаю, боже мой, по обычной жизни так это вообще, наверное, вообще невозможно. Так что вот, и когда я смотрю на такие фамилии, я думаю, знаете, как я думаю, сейчас вам скажу, уже даже то, что я как бы ему пишу, или как-то он у меня во френдах, это, в принципе, для меня, как там пишут, правда, честь. То есть, понимаете, даже вот эти, когда человек, понимаете, это энергетика. Энергетика богатого и знаменитого человека – это энергия, понимаете? Он уже сам по себе представляет, знаете, вот эту вот такую энергетику. Вы поняли, да? То есть, если ты знаком с какими-то богатыми, известными людьми, которые при деньгах, они уже сами по себе представляют, как-то сказать, понимаете, они как бы вот вам оказали честь. Ну так оно и есть. Или быть просто во френдах, на Фейсбуке, или вы лично их знаете, они вам оказали честь. Даже там с вами как-то поговорили, потому что, ну, вы понимаете, да, я вам там озвучила такие фамилии. И уже, конечно, думаешь, быть как-то каким-то образом интересным для этих вообще там людей, королевских особ, быть интересным, так что вот, чтобы как-то, в общем, вы поняли, да, потому что, ну, в каком-то смысле как-то вот это вот заинтересовать, быть, как говорят, в принципе, что реагируют на интересных, неординарных личностей, так что вот, а у меня здесь такая фишка. Если мне долго вот еще спрашивать, скажите что-нибудь на English, я буду что-нибудь какую-то речь долго готовить, я как-то буду смущаться, еще буду думать, это для кого речь, и как-то мне вообще ничего особо не сказать. А как-то по-простому, знаете, как типа мой life journal, это как красотка, богиня и звезда, сейчас блинчики буду готовить. Ну, я так живу, и как-то мне так проще. Я даже могу, знаете, вот эти, как я вот снимаю мой life journal. Так что вот вообще блинчики, сейчас буду вот это вот там чечевицу, там с макаронами, сейчас буду кушать, там что-то рассказывать, ну или там салат делать, или там, я не знаю, там, ну не знаю, там что, или там я там что там пиццу заказывала, или, не знаю, там, конечно, я там лосось там эти, как там в моем эллинге, в общем, там супчики из этого, из лосося с креветками, сейчас буду кушать, в общем, знаете, как-то по-простому. Как-то вот это по-простому, потому что какие-то речи готовить, и, в общем, как-то я так вот привыкла. Ну, потом что-нибудь такое говоришь. Ну, в общем, как-то вот так. Потому что если я начну думать, особенно, знаете, вот это
Принц Эндрю. Когда я там посмотрела, я даже, я от Василия Валерьяновича говорила, я когда уже посмотрела, я сразу даже и не поняла, кто он. Я как-то по-простому стала там что-то так переписывать, начала какие-то вопросы задавать, в общем, что-то там такое, ну, интересненькое, чтобы. Вот, а потом, знаете, как посмотрела, думаю, если я сейчас начну думать вообще, насколько вот это вот, я даже не знаю, что спросить. Так что вот, правда, вот как-то вот, даже как-то теряешься, даже как-то теряешься. Хотя, с другой стороны, я, может быть, думаю, они, может быть, как-то не привыкли к такому, в общем, надо с ними, знаете, их надо же, знаете, там вот есть определенные этикеты, их нужно же определенно, их нельзя как-то вот так вот, их нужно вот это полное имя, наверное, произносить. И я сейчас, честно говоря, не смотрела, но думаю, что к ним нужно вот по... Особенно у них, знаете, вот эти вот как там, ну вы понимаете, да, вот это хайнес, ваше королевское там это высочество, величество, или как-то вот эти вот какие-то вот эти вот регалии, нужно что-то такое говорить. Ну, я, честно говоря, не привыкшая, честно говоря, я особо не смотрела. Вот, потому что, вы понимаете, да, то есть, может быть, они тоже не очень привыкшие, что с ними как-то вот это вот... Как сказать-то, вот так вот, что-то тут блинчики готовить, там что-то, в общем, эти лососи есть, в общем, как-то, ну вот. А если начать думать, как вот по каким-то этим, как по, если там скажешь, по этикету, там, наверное, если как-то лично встречаться, там, наверное, знаете, нужно специально как-то инструктаж проходит, этикет, как-то громко не говорить, руками особо не махать, знаете, как обычно. В общем, особо там, типа, наверное, особо не улыбаться и как-то вообще такую, иметь такую одежду закрывающую, как-то прикрывающую. Вы понимаете, там определенный этикет. Как там громко не смеяться, громко не говорить, в общем, как-то не... Ну, вы поняли, да, не... В общем, там, наверное, такой инструктаж они проходят, ну вот, и определенно нужно такое вот говорить. Это я беру как-то, ну, я так думаю, ну, немножко как-то вот это вот. Так что вот. Просто когда так пройдешь такой инструктаж, еще напишешь вот это вот ваше величество или высочество, после этого даже не знаешь, что и спрашивать, понимаете, да, дальше нужно какие-то официальные речи говорить, а по поводу официальных я даже не знаю, я в принципе так это в неформальной обстановке, я ж не по официальным этим каналам, я ж как-то вот это просто, как-то вот это вот, а когда если вот это вот как-то вот начать вот это, там даже и не знаешь, нужно когда как-то что-нибудь такое спрашивать, ну, какие-то такие вопросы, знаете, задавать ближе к каким-то, не знаю, как это называется, там, какие-то такие очень умные или что-то там такое, в общем, ну, может, ничего мне особо не интересно, какую-то ерунду спрашивать, потому что это нужно спросить, потому что, ну, как-то остальное как-то не очень прилично, так что вот. Ну и тогда и что получится? Получится какая-то официальный визит какой-то, вот этот официальный. А я ж не с официальным этим визитом. Ну, в общем, вы понимаете, да? Так что вот. Ну да, так оно и есть. Я, честно говоря, мне никто вообще инструктаж не проводил, и никто мне ничего не говорил. Ну, по этому поводу я просто немножко, просто когда, знаете, в принципе, если я начинаю об этом задумываться, то тогда уже это по поводу мужчины, я потом вам расскажу. Такой мужчина там, я с ним переписывалась, какой-то с Франции, тоже в неформальной обстановке с ним переписывалась, когда подумала, что он из каких-то таких очень богатых и знаменитых, я даже и не смогла ему в неформальной обстановке ничего такого особого написать. Так что вот, я подумала, а как же я буду что-то ему такое там писать, что-то как-то я даже вот так-то вот... Вы поняли, да? То есть как-то очень интересно звучит. Ну, в общем, смотрите, здесь у нас 12 мая 2020 года, 0 часов и 28 минут, это мой лайв-журнал, Татьяна Салмановна Мактум, Сейфуддин. Так что вот, красотка, богиня и звезда, это мой лайв-журнал.